Так, начнем. Меня зовут Георгий Кириченко, я член Core Team проекта Tarantul, проект Mail.ru. Кто-нибудь знает о нем что-то? Никто, да? Слышали, но никто не сталкивался. А кто из вас был в среду на встрече с Осиповым Константином? Отлично. В общем, мы с ним будем читать курс лекций по базам данных. В этом курсе мы расскажем о том, что такие базы данных, какие они бывают, с чем их едят. И, возможно, мы даже напишем какую-то свою маленькую базку данных. Каждый из вас, кто хочет закончить этот курс, я так понимаю, должен будет ее написать в том или ином виде. Что такое база данных? Все знают? Кто-то сталкивался. Ну вот казалось бы, да, вот вы обрабатываете какие-то данные в приложении, записал их в файл и все, да, и пожалуйста. А зачем же придумали базу данных? Кто скажет? Ну, потому что данные мы можем обрабатывать абсолютно разными способами. Данных может быть очень много, их нужно сортировать, фильтровать, искать и так далее. И на каждый шаг писать свой алгоритм, писать все это заново, это очень долго, сложно, муторно и, в принципе, это нерентабельно. Поэтому люди собираются, пишут базу данных и пытаются ее использовать. То есть база данных — это, в принципе, в целом ничего больше, чем набор каких-то файлов или блоков памяти, но для этих данных уже написано огромное количество алгоритмов, которые эти данные хранят, обрабатывают, выдают, фильтруют и так далее. То есть мы просто берем и переиспользуем это. Ну и плюс ко всему, это некий стандарт, который позволяет нам данными обмениваться, передавать их, транслировать и, в принципе, быть уверенным, что в нашем коде особо-то ошибок и нет. То есть база данных просто нам позволяет снять с себя огромную часть работы, низовой работы, просто потому, чтобы, допустим, данные записать на диск, например. Кто какие знает базы данных? Прям можно с места. Слышал, встречался, сталкивался. Ну, понятно, кроме Tarantula. MySQL, прекрасно. Что еще? Postgres. Отлично, что еще? Redis. Очень хорошо. А чем, допустим, отличается Redis от Postgres? Вот прям принципиально. Самые такие вот явные отличия. NoSQL. Так, очень хорошо. Что такое NoSQL? Кто знает? И что такое SQL база данных, откуда это взялось? Однолиционная база данных, это вот Postgres, MySQL, а нелиционная, это как раз Redis, они просто по-другому реорганизуют себе данные. Они могут основываться на графах. Супер. То есть сейчас мы вспомнили три модели данных. Первая — реляционная модель данных. Это та модель данных, которая, в принципе, царила в индустрии до где-то начала 2000-х годов. Key-value базы данных, такие как Redis. Это тоже модель данных. Есть документные базы данных. Есть column family базы данных. И графовые базы данных. Вот возьмем пока вот эти базы данных мы рассмотрим на сегодняшних первых двух часах. Утверждается то, что в принципе базы данных можно классифицировать по трем основным аспектам. Первое — это модель данных, дата-модель, то есть реляционная, графовая, объектная и так далее. Это данные по data consistency, то есть по целостности. Какую модель целостности обеспечивает та или иная база данных? Мы это тоже сегодня рассмотрим. И по data access, то есть каким образом данная база данных позволяет вам достучаться до тех фактически данных, которые в ней хранятся. Это три основных критерия. В принципе, любую базу данных мы можем в некую точку в этом трехмерном пространстве разместить. Просто как бы для того, чтобы мы понимали, что в принципе количество вариантов построения баз данных очень много. Есть такой сайт, который отслеживает рейтинг баз данных, и там их больше 200. Это только те базы данных, которые трекаются по количеству участников, по их коду, по инсталляциям и так далее. На самом деле тех баз данных, которых мы даже не слышали, гораздо больше. Очень многие из них создаются и умирают, да, ну, либо работают в каком-то проекте, и мы об этом ничего не знаем. Давайте посмотрим. Я сказал то, что реляционные базы данных царили до 2000-х годов. Почему так получилось? Что, в принципе, так из себя представляет реляционная база данных? Кто знает, с чем работает реляционная база данных? С реляцией, с таблицами. Но как бы соответственно не стопроцентная реляция таблица, но очень близкая. Потому что таблица — это все-таки некая адаптация реляционной алгебры под наши нужды. Что требует от организации данных реляционная СУБД? Она требует, чтобы, во-первых, ваши данные были уникальны, атомарны, не повторялись. Но давайте рассмотрим такой вариант. У вас есть, скажем,
справочник покупок интернет-магазина. У этих заказов есть клиент, покупатель. У ряда заказов клиент может быть один и тот же. Вот реляционная база данных предписывает вам не хранить эти данные в одном месте. Вы отдельно создаете таблицу с клиентами, отдельно у вас есть таблица с заказами, и есть механизм, как эти заказы связать с клиентами. То есть вы не можете в строчку написать, что купил чайник Иванов Иван Иванович, следующая строчка купил кастрюлю Иванов Иван Иванович. Это неправильно. Это нарушает организацию реляционных данных. Из этого вытекают некоторые проблемы. В начале 2000-х мы знаем, что случился бум веба. Когда стали появляться огромные порталы и сервисы, которые работали, даже если смотреть в рамках США, то это 300-350 миллионов человек, но в принципе они покрывали или пытались покрыть весь мир. И это привело к тому, что реляционные базы данных со своей моделью данных перестали удовлетворять их запросам. В первую очередь потому, что реляционные базы данных плохо масштабируются горизонтально. Они, в первую очередь, предусмотрены для того, чтобы масштабироваться вертикально. Кто знает отличие этих понятий? Что есть вертикальное масштабирование, что есть горизонтальное масштабирование? Ну вот, рассмотрим пример. Есть такой продукт Oracle Exadata. Это такой вот шкафчик, в него вставляются сервера. И вам этот шкафчик представляется как некая одна единая база данных. Когда вы вдруг понимаете, что вам не хватает памяти, не хватает диска, не хватает CPU, вы просто покупаете еще там 1, 2, 4 юнита туда, вставляете, ваша база данных целиком одна растет, увеличивается. Это вертикальное масштабирование. Если мы же говорим о горизонтальном масштабировании, к примеру, вы можете иметь магазин там, в 4 городах и в каждом городе иметь свою собственную базу данных, да? Но в принципе в целом все 4 этих базы данных на обычном железе, да, покрывают и создают некую общую сущность, да, из которой вы можете построить общий отчет, общий, там, сумму поставок, сумму покупок, сумму продаж и так далее. И получается так, что само построение реляционной базы данных плохо вписывается в горизонтальное масштабирование. Вот представим себе, что у вас Иванов Иван Иванович купил что-то и в Перми, и в Рязани. Да? Две разных базы, масштабированы горизонтально. И вам придется Иванова Ивановича хранить и там. То есть у вас получается дублирование данных. А что произойдет, если Иванов Иван Иванович свои изменит реквизиты, да, в одном городе, а в другом нет? Ваши данные разъедутся, они будут уже невалидны, некорректны. И в таком случае возникает очень большое количество работы, потому что эти данные согласовывать. А что, если у вас клиент из одного города покупает в другом? Вам приходится согласовывать транзакции между собой, это тот еще ад, который до сих пор до конца не решен. И в принципе, здесь мы упираемся в кап-теорему. Кто знает, что такое кап-теорема? Представим, у нас есть распределенная система из многих-многих компьютеров. Есть три свойства. То, что система доступна, система предоставляет вам, это available, система консистент, то есть данные в ней валидны, не сломаны. И третий пункт, то, что система устойчива к разделению. То есть вы в любой момент можете порвать связь между двумя частями вашей распределенной системы, да, и она будет работать валидно, консистентно. На самом деле теорема говорит, что возможно только два пункта из этого. И в принципе неразрешимость кап-теоремы останавливает развитие реляционных баз данных. Да, они хороши в обработке транзакций банковских, когда банк себе может позволить за 8 миллионов долларов купить эту экзодату, поставить и на ней работать. Но если у вас, скажем, вы Facebook, у вас ревеню, в принципе-то, небольшой на рекламе, да, но у вас миллиард абонентов, то вы не можете себе позволить поставить кучу этих экзодат просто потому, что вы их не окупите. Вы будете покупать маленькие компьютеры и пытаться работать на них. Ну и в принципе, что еще изменилось? Реляционные базы данных были разработаны, скажем, в 60-х теориях, годах. Теория баз данных, первая база данных, Oracle, чуть позже появились предшественники протокола SQL, языка SQL и так далее. И в принципе реляционные базы данных, они немного отстали от прогресса. Там, в плане емкости жестких дисков, в плане того, что появляются флеш-диски, в плане того, что память становится очень дешевой, ее становится очень много. То есть если раньше говорили, что 1 мегабайта памяти хватит всем, да, то теперь у большого количества людей в компьютере стоит 16 гигабайт минимум, да, и то нам не хватает. Давайте посмотрим дальше. Вот как раз модели данных SUBD. Они есть NoSQL, то есть Not Only SQL. В принципе, основные подвиды — это key value, то, что мы обсудили. Это когда у вас есть некая таблица, есть ключ, есть
value. Причем value никак не формализован. Это может быть просто блоб. Вы туда можете писать все, что вам угодно. И интерпретировать вот так, как вы хотите. База об этом ничего не знает. Основной недостаток в том, что... И в этом, кажется, основной недостаток. Вы не можете, например, вторичный ключ построить. Что такое вторичный ключ? Кто-нибудь знает? Который имеет отношение к другому. Другому атрибуту. Ну, предположим, у вас есть база данных паспортов. Первичный ключ уникальный — это серия, номер паспорта. И есть атрибуты — фамилия, имя, отчество, положим. И, допустим, дата выдачи. Предположим, что вы хотите найти все паспорта, выданные в какую-то дату. Что вы для этого сделаете? Вы создаете вторичный ключ по дате. Да? И тогда ваша база данных должна уметь ходить в эту запись и оттуда вычитать дату и строить по ней какой-то индекс, чтобы вы могли искать, а не просто перебирать все записи на сравнение. Поэтому дальше было такое развитие, что value стали формализовывать в некий документ. Документом может быть что угодно, но так получилось, что в принципе победили два варианта — XML и JSON. И те, и другие позволяют вам хранить документы в иерархическом виде, то есть вам не нужно их атомизировать, а вы можете в документе хранить коллекции, наборы, массивы и так далее. А в чем основное отличие XML и JSON? В принципе, кто-то когда-то что-то читал про это? Структура у них в принципе одинакова, но XML позволяет вам валидировать схему. Он имеет огромное количество механизмов, которые позволяют XML трансформировать, валидировать, проверять и так далее. То есть вы можете воспользоваться каким-нибудь FOB, взять XML и сделать из нее PDF. JSON вам такого не дает. JSON вы сами должны интерпретировать, строить, валидировать и так далее. Но с другой стороны, JSON легче. Легче и быстрее. Просто потому, что он меньше. И следующим развитием является BigTable. Мы на них чуть позже остановимся. Дальше вот традиционные базы данных, как раз таки вот XML. Объектно-ориентированный — это вполне нишевый продукт, я думаю, мы не будем его рассматривать. Но можно сказать только то, что объектно-ориентированный СУБД пытаются предоставить вам просто объектный интерфейс. Когда очень часто объектный СУБД строится поверх традиционных. Например, как это может сделать Oracle либо Postgres. Там есть поддержка наследований, поддержка, очень широкая поддержка процедурных языков и так далее. И специализированные графовые базы данных. Это вот как бы основные типы, на которых можно заострить внимание. Поехали дальше. Вот, к примеру, то, что я рассказывал вам про реляционную модель, когда у вас есть некая композитная сущность, и вам приходится ее разбивать. Предположим, у вас большое количество заказов, большое количество людей. Вам нужно их как-то сопоставить между собой. И с помощью третьей сущности, да, вы можете связать. То есть вы берете третью сущность, из нее у вас есть сходка к клиенту, из нее есть сходка к заказу. И вы можете составить некую такую суперпозицию этих вещей. Тогда как документная модель, например, JSON, позволяет вам просто создать один объект и внутри в него заинклюдить все его составные части. Вам не требуется их выносить. Они могут дублироваться, могут не дублироваться. Вы как бы вольны решать это на ваше усмотрение. А то она, тем и хороша документная база. Плюс ко всему, реляционные базы данных требуют от вас строгого соблюдения схемы. То есть вы не можете взять таблицу и записать то, что вам угодно. Если вы создали таблицу с колонкой число, значит, в этой колонке обязано быть число. Если вы сказали, что она not null, значит, обязано быть значение. Вы не можете его пропустить. Тогда как документные базы данных позволяют вам писать в одну и ту же, скажем, сущность, документы любых видов, любых форматов, любых форм, с любым набором полей, атрибутов и так далее. И то, что с ними делать, это ложится на ваши плечи, как обработчика. Вы, например, знаете, что здесь хранятся документы такого типа, здесь такого типа. И вы должны исходить из этого, когда будете писать свое приложение. То есть база данных за вас не будет ничего проверять. Это, с одной стороны, хорошо, то, что вы чувствуете полную свободу в своих действиях. С другой стороны, плохо, потому что база данных не валидирует ваши ошибки. Вы можете пропустить какое-то поле, запишите документ, он скажет окей, потом ваш продукт упадет. И вы будете долго-долго искать, почему же он упал. Поехали дальше. Вот XML, вот не совсем корректно назван XML, JSON, просто слайды немножко не мои, но пусть. Вот пример иерархической структуры. То есть у вас элемент, библиотека, она имеет подсущности книга либо бумага, title — автор,
Здесь тоже тайтл автора и так далее. И в принципе структуры могут отличаться, но структура может ветвиться как угодно. У вас членом, частью документа может быть другой документ. То есть, например, paper — абсолютно валидный документ, даже в отрыве от library. Пожалуйста, проведите какие вам угодно декомпозиции, композиции и так далее. Что здесь еще интересно? Наверное, ничего. Вот пример простой JSON-ки. Да, то есть если мы знаем, что XML требует от вас очень большой избыточности, то есть вы должны открыть тег, указать значение, закрыть тег, иногда указать какие-то атрибуты, тип схемы и так далее, то в JSON-е все гораздо проще. Синтаксис очень простой, примитивный. Да, то есть вы открыли документ, фигурные скобочки, указали имя атрибута, значение, имя атрибута, значение. Дальше имя атрибута, здесь у него массив. Здесь вот просто вложенные объектики идут, как вам угодно. К примеру, в такой схеме можно было бы хранить паспортные данные. То есть у вас есть человек, как бы у вас есть паспорт. Если реляционная модель, у вас будет отдельная база данных граждан, таблица граждан, да, куда будете записаны вы, ваши дети, жены, там, родители и так далее. Отдельно будет база данных паспортов, где будет указан там, номер паспорта, дата выдачи подразделения, которое выдало, и ссылка на того гражданина, которому этот паспорт принадлежит. При этом надо знать то, что не у каждого гражданина есть паспорт, у детей до 14 лет паспортов нет. И плюс это у вас будет еще одна сущность, которая будет указывать связь между человеком и его детьми. При этом один ребенок может быть потомком двух родителей, да, а каждый родитель может иметь неограниченное количество детей. Да, тогда как, вот пожалуйста, в JSON. Мамин паспорт, папин паспорт, продублировали детей. Да? Есть риск того, что где-то забыли записать, данные у нас получаются консистентны. Беда. Но стоит сказать о том, что это не всегда требуется на самом деле. Если мы говорим о миграционной службе, им это надо, они используют реляционную модель. Если мы говорим о что-то таком легко исправляемом, да, не критичном, не важном, то люди используют документные базы данных и абсолютно не переживают об этом. То есть я веду к тому, что консистенция — это не всегда критично. И иногда можно им пожертвовать. Давайте дальше. Мы с вами говорили, я говорил о том, что бывают not null и nullable поля. Кто-нибудь знает? Ну, я думаю, что если никто с базой данных не работает, то стоит рассказать. Как правило, все значения, вот у вас есть таблица, у нее есть некая спецификация, это типы полей, которые в ней хранятся. И вы можете требовать от программы, от пользователя эти поля вносить в обязательном порядке, либо их опускать. Ну, предположим, данные неизвестны, у человека нет отчества, такое бывает. То есть у нас не все, допустим, ну, скажем, были гражданами России при рождении, да, кто-то приехал из Норвегии, у них там нет фамилии, у них только имя, отчество. Да, то есть в паспорте у вас вполне может оказаться, у гражданина нет фамилии. Так, и иногда так получается, что, допустим, из двух десятков полей обязательными являются 3 или 4. Да? И предположим, что у вас 16 полей пустые. Хранить их в базе данных — это, ну, дорого, потому что у вас данные хранятся блоками, а блок исходит из максимального размера записи. Для того, чтобы это обойти, и для того, чтобы решить еще кое-какой другой вопрос, придумали колоночное хранение. То есть здесь мы видим пример хранения по строкам. Вот есть таблица, интересы. Да? У человека не заполнены интересы, да? Но место на диске и в памяти мы съели под это. Вот есть альтернатива, когда каждая колонка хранится отдельно. Да, и то есть мы видим то, что вот это поле null, мы его здесь опустили, его просто нет. Мы сэкономили место. Еще это очень годится для аналитических различных вычислений. Предположим, у вас есть огромный-огромный массив данных на диске, да, и вы хотите найти в нем всех людей, рожденных, ну, скажем, 1 апреля. Да, что вы будете делать? Вы будете считывать в случае row строчной базы данных, считывать всю запись, правильно? И проверять, какая дата рождения. Считывать всю запись, проверять. А теперь предположим, что у вас запись размером 1 килобайт, а дата у вас занимает 8 байт. Неэффективно. Правда? Поэтому колоночные базы позволяют вам выгрузить колонку отдельно, просканировать только колонку, одну. То есть вы хотите считать 8 байт, вы считываете 8 байт.
вы это можете сделать батчом. То есть вы, считывая по 1 килобайту, вместо одной записи за раз считываете 128. Выбрать из них те, которые удовлетворяют вашим условиям, и по идентификатору собрать те записи, которые вам нужны. Вот. А такие базы данных, как правило, используются в BI и Data Mining системах. То есть это скорее свойственно огромным ритейлерам типа Амазона, банковским организациям, телеком-компаниям, которые имеют огромные массивы данных, которые, в принципе, вычерпали весь рынок, и теперь они ищут различные способы, различную аналитику, чтобы там на 1-3% увеличить свой ревенью. Они анализируют данные, анализируют влияние там, различных рекламных программ, маркетинговых скидок и так далее. Для того, чтобы это сделать, приходится копать огромные объемы информации, и колоночных базы позволяют объем информации, необходимый для переобработки, радикально снизить. Давайте дальше. А теперь column family. В отличие от традиционных баз данных, у column family, в принципе, тоже хранится строками, но формат строки у него не определен. У реляционной базы жестко прописаны, какие таблицы содержат колонки и их типы. У column family нет. Каждая строка может иметь свой собственный набор колонок, какая она хочет, какую она хочет, да, и их там тем или можно заполнять. При этом данные пишутся только те, которые не null. Потому что если мы будем делать суперпозицию всех колонок, всех строк, представим себе, что у нас в одной записи 10 одних полей, в другой 10 других полей, да, то у нас как минимум перерасход будет в два раза, если записи будут, то есть если мы будем по 20 полей под каждую запись выделять. Давайте возьмем пример из реальной жизни. Что может быть column family? Предположим, что у нас есть блог. У блога есть пользователь, в блоге есть посты. У постов есть комментарии. Так, если бы мы имели реляционную модель, что бы мы имели? Мы бы имели таблицу пользователей, мы бы имели таблицу постов, и в каждом посте мы бы имели ссылку на пользователя. И мы бы имели бы огромную таблицу комментариев. И каждый комментарий ссылался бы на пост, которым он был сделан. Теперь представим себе, что у нас есть некие там личности, у которых посты собирают миллионы комментариев. Ну, бывает такое. И дело в том, что, допустим, комментарии по одному посту не влезают уже в одну машину. Вы не можете хранить данные локально. Если вы хотите что-то, допустим, сделать с постом, его как-то перенумеровать, вам придется идти по всей-всей-всей базе данных, выискать все-все комментарии, относящиеся к этому посту, и их соответственным образом переадресовывать на нужный пост. Это очень сложно и дорого. Поэтому вместо этого у нас будет табличка постов, и каждый пост будет иметь column name, текст, скажем, комментарий 1, ты красавчик, комментарий 2, все написал неправильно, комментарий 3 удален, комментарий 4, там что-то еще. И в этом случае каждая строка может иметь свой собственный набор. Что-то было удалено, что-то было добавлено, где-то как комментарий на комментарий, комментарий на комментарий на комментарий, но все это вмещается в один блок данных. Он получается локальным, вы можете его свободно двигать между базами данных, куда вам хочется, как вам хочется и так далее. Это понятно. А что представляет собой column family базы данных? В принципе, даже в column family могут имена колонок повторяться. То есть вас никто в этом не ограничивает. То есть там полную вы получаете свободу. И эта схема чем-то близка к той схеме, которую мы используем в Tarantle. Но в Tarantle мы используем не как бы все-таки не column, мы колонки не нумеруем. У нас есть некий формат и хвост. Хвост может быть произвольным. Давайте дальше пойдем. Вот пример column family — это Cassandra. Еще стоит сказать, что в column family значения, как правило, версионированы. Что под этим подразумевается? То, что, скажем, ваша история с комментариями может меняться, модерироваться каким-то образом, меняться, люди приходят, оставляют комментарии, люди удаляют комментарии, кто-то меняет свои комментарии. И теоретически можно получить версию данных на интересующий вас момент времени. Ну, то есть какую-то версию. Вы вносите изменения в ленту, создается новая версия, сохраняется. Дальше вы эти версии там каким-то временем можете чистить, можете их использовать в дальнейшем, вы можете посмотреть отредактированные комментарии там в той или иной версии какой-нибудь и так далее. Вот, к примеру,
сущность column family, у нее есть две строки. Вот здесь column name value, column name value. Да? То есть вот эти вот наборы могут быть вообще произвольными абсолютно. Все, как, все соответствует с логикой вашего приложения, либо приложения там, того же Facebook или еще кого-то. А еще одна схема графовая. Что она представляет из себя? На самом деле вот эта схема она не очень хорошо шардируется. Шардирование — это способ горизонтального масштабирования. Но она обладает интересной особенностью. В соответствии, опять-таки, с теорией графов, графовая база данных позволяет вам описывать вершины и задавать им атрибуты, и описывать между этими вершинами связи. И у связи тоже есть атрибуты. Предположим, ну, вернемся к нашей паспортной теме. У вас есть узлы — это люди, да, там его атрибутами, фамилиями, отчество, дата рождения и так далее и тому подобное. Да? А связями могут быть атрибуты родства. То есть одна связь есть — это мама-ребенок, а другая связь — ребенок, внук-бабушка и так далее и тому подобное. Но, как правило, данные схемы используются в несколько другой области, например, медицинской. У нас есть пациент, например, ряд узлов пациент. Есть ряд узлов, допустим, доктора. Так как мы их можем с вами связать? Например, человек был на приеме. Да, это связь? Связь. Или, например, человеку поставлен диагноз. Допустим, Иванов Иван Иванович был у Петра Петровича, тот поставил ему диагноз бронхит. Да, то есть у нас Иванов Иван — это узел, Петр Петрович — узел, бронхит и дата постановки диагноза — это связь. И такие связи позволяют вам делать очень интересные вещи. Например, по человеку получить список всех его диагнозов, которые ему были поставлены, получить список его врачей, список назначений, что ему было назначено. Можно, допустим, по врачу посмотреть всех его пациентов. И графовые базы данных ориентированы именно на такие вещи, на хождение по графу. Можно, например, искать, если мы вернемся к социальным сетям, и предположим, что социальная сеть влезла у нас в один инстанс графовой базы данных, да, что мы можем найти? Мы можем найти всех друзей наших друзей наших друзей, которым нравится тот же самый фильм, что и нам. Мы просто идем по графу, то есть эти алгоритмы, все протоколы, они очень простые, понятные, очевидны. Да? Вы просто идете по матрице инцидентности, находите смежные узлы, получаете некую общность тех нот, которые вы должны просмотреть, просматривайте их, пожалуйста, получили нужный вам результат. На самом деле очень удобно. Но стоит признать, что масштабируется это, откровенно говоря, отвратительно. Ну, то есть представьте себе, что у вас вот это попало на один шар, один узел, а вот это на другой, это на третий. Да? Между ними есть связи. Как эти связи правильным образом протрассировать между узлами? Особенно, когда узел у вас отсюда перейдет вот сюда. Это сложно, больно, и поэтому сфера применения графов и баз данных все-таки несколько ограничена. Ну, в принципе, как и любых. То есть речь идет к тому, что в каждой базе данных свое собственное место. Нету некой универсальной базы данных, которая позволит нам сделать все. То есть база данных нам может дать очень многие вещи. В принципе, мы можем на Oracle написать K-value, но это будет дорого и неэффективно. Мы можем на Postgres написать документное хранилище, но это будет дорого и неэффективно. Дешевле взять что-то другое, да, использовать его. Ну вот реляционная модель, пример, да, то есть связи, скажем, у нас есть то, что я уже говорил, кастомер с его реквизитами, есть его некие корзины, что он покупал. Вот. Что здесь нужно сказать? То, что каждая запись в реляционной модели имеет primary key. Это некое значение, которое однозначно идентифицирует запись. Ну, как номер паспорта. Да? То есть у нас не может быть такого, что у двух людей одинаковый номер паспорта. Не бывает такого. И выбор primary ключа, он, в принципе, очень важен. И иногда бывает так, что primary ключ невозможно выбрать. А ну, скажем, вам просто не дают те данные, которые вы бы могли использовать. Ну, например, не хочет человек свой номер паспорта оставлять, да, что вам делать? Ну, скажем, у вас какой-то некий анонимный сайт, да? Тогда primary key нужно генерировать, придумывать самому, его использовать. Использовать там UID-ы. Кто-нибудь знает, что такое UID? Нет, это уникальный. Это есть некий алгоритм, который позволяет вам сгенерировать 16-байтную последовательность, которая с очень большой долей вероятности будет уникальна. Globally Unique Identifier. Либо просто использовать счетчик, который идет вверх.
Да, но в чем проблема с счетчиком? У вас есть два узла, и на каждом вы хотите добавлять людей. Правильно? Как вам сделать так, чтобы два ключа, которые вы увеличиваете здесь и здесь, не совпали? То есть такие задачи требуют консенсуса. То есть узлы должны договариваться между собой. Вы не можете проводить работу изолированно. А это опять-таки дорого, сложно и, откровенно говоря, ваша система может просто встать, если, допустим, пропала связь. Вот это как бы тоже недостаток реляционной модели, который проявляется в некоторых сферах, таких как интернет, когда мы имеем огромную распределенную сеть. Или, скажем, интернет вещей. Кто-то знает, что это такое интернет вещей? Модная вроде бы тема, когда на каждое устройство, устройства становятся сейчас очень умными, например, на тот же чайник, на холодильник, на пылесос, на что-то еще, туда вставляют маленький компьютер, что-то типа Intel Edison, оно имеет выход в интернет, они каким-то образом там друг с другом взаимодействуют, позволяют там вам предупредить, что хозяин закончила пицца в холодильнике, да, или хозяин почистить фильтр, хозяин налить чайник воды. И когда такие системы начинают работать вместе, то вписать их в реляционную модель очень сложно. Не с точки зрения теории, да, мы как бы люди головастые, мы возьмем лист бумаги, нарисуем таблицу, все будет красиво, да, у нас и казалось бы хорошо, но реально это не будет работать. Это будет работать очень плохо, медленно, с тормозами, и мы имеем очень большую вероятность того, что мы ошибемся. Да? И в принципе нам всех тех вещей, которые нам даст реляционная база данных, там а-ля Oracle, MySQL, Postgres, SQL Server и так далее, они нам просто не нужны. То есть если чайник забыл, если холодильник забыл заказать пиццу, ничего страшного, мы придем домой, позвоним и закажем. Предположим, да, мы потеряли вот этот вот заказ от нашего холодильника информацию. То есть ничего не случится на самом деле. Да? Поехали дальше. Ну вот здесь немножечко расписано те базы данных, которые как бы на слуху. Это было немножечко, ну и те модели данных, которые они у себя реализуют. Здесь не указана реляционная база данных, ну просто потому, что все, я допустим думаю, что все имена, такими как Oracle, знают все. Да, то есть это вот наш мировой, образно говоря, лидер, которого мы никак не можем победить. Ну, это просто как бы для интереса, да, кто-то может что-то посмотреть, кто-то может чем-то быть знаком. А второй аспект существования баз данных — это консистентность. Это то, о чем мы вскользь поговорили. Что такое консистентность? Консистентность бывает двух уровней: физическая и логическая. Что такое физическая консистентность? Если вы сделали какую-то операцию, вы должны быть уверены, что операция оставила данные в правильном виде. Ну, предположим, у вас был Иванов Иван, да, а на самом деле он должен быть Иванов Петр. Ну, просто ошибся человек, который вносил. И консистентная база оставит его либо Ивановым Иваном, либо Ивановым Петром. Но не Ивановым неизвестно кто. То есть вы либо свою операцию полностью выполняете, либо она не выполняется целиком. Это называется более точно атомарность. Когда вы атомарность, это о том, что если вы имеете некую последовательность операций, которые объединены между собой транзакции, то эта транзакция либо целиком выполнилась, либо целиком не выполнилась. А почему это важно? Представим себе, что вы покупаете что-то в интернет-магазине. Вы берете свою карточку, да, вводите реквизиты, нажимаете кнопочку. Что происходит? У нас есть два счета на самом деле. Счет вашей карты в данном примере и счет интернет-магазина. Предположим, что как действует банк? Он списывает сумму с вашего счета, там 100 рублей, и прибавляет их к интернет-магазину. А теперь предположим, что у нас условие атомарности не соблюдено. Магазин списал с вас 100 рублей, а банк списал с вас 100 рублей, а магазин их не прибавил. Правильно? То есть у вас баланс уменьшился, вы знаете, магазину, а магазин говорит, а мы деньги не получили, ничего не знаю. Правда? Это будет катастрофа. Это будет очень плохо, больно и обидно, и доказать что-то будет очень сложно. Да? То есть не будет банка за 100 рублей там что-то у себя разбирать. Поэтому есть такое понятие, как атомарность. Если вы где-то что-то убрали, где-то добавили, то у вас есть только два возможных исхода. Либо так и осталось,
либо обе операции применились. Но две операции — это простейший случай. На самом деле бывают очень многостадийные операции, очень долгие, очень недолгие, очень тяжелые операции. Ну, например, представим себе, что у вас постоплатный тариф по телефону. Вы весь месяц разговаривали. Вы сделали 10 тысяч звонков, ну, предположим, какой-нибудь менеджер там продает пылесосы. Так, да? И в конце месяца сотовый оператор обязан взять все его звонки, все их протарифицировать вместе и вычесть из его баланса. И каждому звонку поставить то, что он протарифицирован. Потому что бывает такое, что звонки приходят задним числом. Например, человек был в другой стране, позвонил, и реальная информация к оператору позднее. Да? То есть он не имеет права, он не может просто взять за месяц и их вычесть. Да? Он должен пометить то, что данная операция протарифицирована. И, допустим, эти 10 тысяч одна операция будут выполнены атомарно. Это дает консистентность определенную. Это физическая консистентность. Либо также, что подразумевает атомарность. Вот вы выполняете некие действия, вы списали там, прибавили здесь, и дальше ваш компьютер выключается. Умирает жесткий диск, сгорает процессор. Ну, причин на самом деле миллион, да, или добрая уборщица выдергивает кабель с компьютера. Да? И так может быть, то, что база данных успела в одну таблицу записать, в другую нет. Но на самом деле это не должно быть проблемой. База данных с такими там консистентностью умеет проверять, была ли операция на самом деле завершена, и если нет, она ее откатит. То есть деньги не потеряются. Это вот примеры. В принципе, это относится к очень многим вещам. А теперь к логической консистентности. А чем плоха атомарность? Тем, что атомарные операции по определению должны выполняться быстро. Если вы начинаете затягивать транзакцию, то у баз данных начинаются проблемы. Предположим, опять-таки реляционная модель предусмотрена. То есть смотрите, что такое транзакция? Это некая совокупность операций, которые выполняются целиком, атомарно. Транзакции при этом могут сосуществовать в одно и то же время. То есть не только один человек платит сейчас с карточки, а их платят десятки тысяч человек. Предположим, что два человека покупают в одном магазине одновременно. О чем здесь идет речь? И тогда магазину, допустим, у него сейчас на балансе 1000 рублей, у него идет две покупки, 200 рублей и 500 рублей. Первая транзакция видит то, что у него 1000 рублей, начисляет ему 200 рублей, но она еще не завершилась. Да? Вторая транзакция видит то, что у него тоже 1000 рублей, начисляет ему 500 рублей и завершается, записывает 1500. Но первая эта транзакция завершается после, ну так получилось, допустим, мы не торопимся с завершением транзакции, мы ошиблись, мы не написали коммит, и она записывает в таблицу 1200. То есть что получается? Мы полностью потеряли данные второй транзакции. А либо наоборот, другая ситуация. Первый платит 200 рублей, мы их записали, но не завершили транзакцию. Второй платит 500 рублей, получается на балансе 1700. Да? Потом первый свою транзакцию отменяет, а второй завершает. Таблица оказывается 1700. Хотя реально первый покупатель ничего не купил. Да? Он передумал, в последний раз репо почесал, нажал отмену. И что? И тогда у человека, получается, у магазина лишние деньги. То есть банк попадает на деньги. А поэтому, чтобы этих ситуаций избежать, транзакции, когда они начинают конфликтовать по данным, то есть это классический пример конфликта, одна транзакция начинает ждать другую. Ну, то есть, если первый начал покупать, то пока он не купит, второй не сможет купить. Либо другая ситуация, если первый начал покупать, но что-то у него там затормозило, он затупил, второй успел купить, то у первого произойдет откат всего автоматически, ему предложат купить, платить покупку еще раз. И та и другая схема нам обеспечивает целостность данных. Ну это если мы говорим о деньгах, то есть в принципе консистентность, она в принципе вся о деньгах. То есть почему, скажем, если мы работаем не с деньгами, консистентность там не важна? Предположим, вы набираете покупки в интернет-магазине, наложили себе в корзину 100 товаров, ну 100, ладно, 5 товаров, да? Где-то что-то, какая-то консистентность сломалась, мы не дошли до оплаты, мы просто выбираем товар. Дальше вы нажимаете кнопочку «Checkout» и видите, что у вас товаров не 5, а 6. Вы всегда можете убрать лишний товар или добавить тот, которого нет. То есть ничего страшного не случилось. Ну, не отработала консистентность, получилась операция неатомарной.
ну ничего страшного, да, то есть как бы, ну неприятно, да, вы напишете в форме, вам извинятся, дадут скидку и все. То есть ничего фатального не произойдет при этом. Поэтому сама по себе томарность вот в таком уровне, как сама цель не стоит, это тоже сильно зависит на ту задачу, которую мы решаем. Считаем деньги, значит, мы должны быть атомарными, консистентными. Если мы, допустим, делаем какие-то вещи, которые, потери данных, при которых абсолютно нам несущественно, да, ну ничего страшного. А предположим, мы бронируем рейс на самолет. Все знают, что такое овербукинг? Ну, как бы в России это не свойственно, потому что у нас он запрещен, а западные страны очень активно применяют. А теперь предположим, что бизнес позволяет себе иметь небольшой овербукинг, при этом в 99% случаев ему хватает кресел в самолете, в 1% нет. Да, просто потому, что ему так удобно работать. Ему лучше извиниться перед одним человеком и пересадить его на другой рейс, да, чем иметь 10 кресел в огромном лайнере пустыми. Понимаете, да, задачу? А теперь предположим, что наша атомарность консистентность не сработала, и человек, который забронировал себе, купил себе билет на рейс, эти данные не дошли до авиаперевозчика. Что у нас произойдет? То есть человек придет со своим билетом на рейс, у него валидный билет, все нормально, хорошо, но авиаперевозчик о нем почему-то забыл. Ну просто нет его в базе. Если авиаперевозчик исходит из овербукинга, да, то он его просто сажает на свободное место, и человек улетает, ничего страшного, да, то есть они просканировали билет, штрих-код, отвалидировали, где-то там что-то нашли, посадили, человек ушел, то есть консистентность здесь не требуется. Поэтому вы можете, находясь в России, купить билет American Airlines, да, при том, что связи с American Airlines по факту нет, да, то есть ваша запись где-то оставляется, когда-нибудь она, скорее всего, до авиаперевозчика дойдет, он ее себе зафиксирует, но если эта запись и не дойдет, то ничего страшного не произойдет. У вас есть тикет, вы по этому тикету сидите в самолет и улетите. Вот, здесь тоже вот такой момент, что консистентность и вот такая вот жесткая транзакционность не нужна. Да? То есть это еще одна причина, почему реляционные базы данных потихонечку уступают, даже не то чтобы уступают, а почему нереляционные базы данных, такие как NoSQL, занимают те ниши, в которые реляционные базы данных, такие мастодонты, как Oracle, DB2, да, или легкие варианты типа SQLite, Muscle, не могут войти. Просто потому что они предлагают избыточные возможности за ту цену, которую платить не надо. И вот, в принципе, то есть транзакционная модель, она как бы вот, не подходит для долгих операций. То есть, смотрите, если вы покупаете билет в Америке, да, то есть, во-первых, вы покупаете через какого-то брокера, у брокера свои задержки, у вас свои задержки. Мы не можем все это сделать одной транзакцией, это сложно. Это долго. У вас обрывается связь, у вас может банально роутер выключится, да, и тот человек не узнает, то, что вы отменили свой заказ или подтвердили, да, то есть по каким-то тайм-аутам вас отстреливать. Но это не то, что мы хотим, да, то есть не то, что, допустим, в данном случае интересно бизнесу. Вот. Давайте посмотрим, что у нас есть дальше. Что для нас, как для программистов, означает вот эта вот целостность? Есть такое понятие, как ACID. Это описывает 4 свойства реляционных баз данных. Первое — это атомарность, потому что все операции атомарны. Вторая — это консистентность. Четвертое — это надежность, то есть если мы что-то сделали, мы знаем, что оно произошло. То есть если вам сказали, что вы говорите, что я завершаю транзакцию, вам сказали «окей», значит, вы можете быть уверены, что это на самом деле окей, что ваши данные не пропадут. Так, что-то у меня из головы вылетело. Ладно, неважно, опустим. Если… что? Изолейшн. Изолейшн, все верно, про изоляцию транзакции. Но это тот момент, то, что транзакции не влияют друг на друга и завершаются независимо. И это, кстати, один из тех аспектов, которые иногда наши транзакции, наши реляционные модели ломают. То есть если мы работаем с одним, если большое количество абонентов работают с одними и теми же данными, у вас есть два варианта. Либо представим, что у вас 1000 человек работают с одним объектом. Ну, скажем, заказывают себе билеты в цирк. Или в театр.
да, то если вы хотите обеспечить isolation, изоляцию, у вас либо покупка одним человеком будет отменять покупки всем тем, кто уже начал, но не завершил покупку, либо покупка одного человека заставляет всех, кто хочет купить, ждать, пока он не закончит свою операцию. Просто для того, чтобы обеспечить изолейшн. Это тоже дорого на самом деле. Да? Как бы это неэффективно. Вы можете просто набрать билеты, да, и при любой попытке купить, его блокировать, не транзакционно, не атомарно, не изолировано, да, а потом раз в полчаса просто перепроверять те места, которые были куплены на самом деле, и те, которые пытались купить. И те, которые пытались купить, возвращать обратно в пул билетов. Как, например, решение, да, как нам вот обеспечить так, чтобы люди не купили два билета на одно место, да, и при этом не реализовывать изоляцию. Вот простой пример, да, как это можно решить. Для K-value баз данных, в том числе документных баз данных, у нас атомарно меняется только value. В принципе, такие базы данных имеют две операции. Put и get. Get — это получить value по ключу. То есть вы передаете в базу данных ключ, получаете от нее значение. Да? Это может быть blob, если у вас чисто key-value, который вы интерпретируете как хотите. Может быть JSON, XML и так далее. И put, когда вы передаете ключ и значение целиком. То есть у вас нет вариантов изменить одно какое-то поле. То есть если у вас есть большой документ, вы не можете там изменить только имя. Вы должны полностью перезаписать весь документ. Ну, есть расширение, которое позволяет каким-то образом это все локально обрабатывать. Да? Но в целом ситуация выглядит именно таким образом. Это вот тот Амарус, который предлагает K-value. И если мы вернемся к вопросу горизонтального масштабирования, в чем плюс K-value? Вот смотрите, у вас есть уникальный ключ. И у вас есть, допустим, 10 серверов. Да? Можете ли вы как-нибудь свои данные разложить так, чтобы вы по ключу всегда точно знали, на какой сервер вам нужно идти? Ну, например. Кто не знает, что такое хеширование? Что будет, если мы по ключу посчитаем хэш? Некую чиселку. И возьмем ее по модулю количества серверов. Ну, например, да, мы получим тот сервер, да, на который мы должны будем пойти. Это просто пример. То есть, если вы получили некий ключ, да, вы все точно можете определить, на какой сервер вам нужно пойти, дойдете до этого сервера и получите то значение, которое вам необходимо, или запишите. То есть вам не нужно обходить весь свой кластер и на каждом кластере пытаться это значение найти. Да, или на каждом узле конкретно решать, должно это здесь храниться или нет. Если вы можете использовать более интересное там, отображение ключа на узел, да, и получать там какие-то, использовать консистентные хэши, вы можете позволять своим узлам своего кластера перемещать данные между друг другом, да, и все это будет прозрачно, консистентно, и вам абсолютно не нужно об этом думать. Да? То есть, как, так, например, Mongo умеет делать. Она позволяет вам данные просто переливать между узлами, да, скажем, в какой-то узел вы добавили несколько дисков, у него стало больше capacity, больше объем, и вы можете заливать, просто переливать, и переливаться данные будут автоматически. То есть без вашего участия. Вам не нужно думать о том, что здесь у меня диск там сильно забит, а здесь слабо, да, давай-ка передвинем. На самом деле есть уже алгоритмы и механизмы, которые позволят вам все это отбалансировать так, как вы хотите, в отличие опять от традиционных баз данных. То есть с ними вы можете там попытаться, ну, образно говоря, скостырить какое-то решение, да, но банально некоторые вещи вам будет очень сложно. То есть, например, если вы хотите обновить информацию о своем пользователе, да, который хранится на всех узлах, так как он покупает во всех магазинах там, на нашей необъятной страны, и предположим, что какой-то из магазинов вам, регионов вам недоступен, вы не можете обновить во всех, а там оставить, потому что у вас данные расползутся. Они будут неправильные, их не то, что их нужно сверять. Либо вы делаете то, что у вас получилось, но потом вы сидите каждый месяц и проверяете, да, что везде данные одинаковые. Это на самом деле головная боль очень большая. Да? То есть, например, этим очень страдают телеком-операторы. То есть, поэтому бывают, например, проблемы, когда вы, скажем, в Москве изменили свой тариф, да, переезжаете там, на машине в Пензу, да, и у вас начинают вдруг с вас считывать деньги. Да? Это не потому, что оператор плохой. Потому что в Пензе одна база данных, в Москве другая, да, и данные переливаются между ними не всегда так быстро, как хотелось бы. Да, но, конечно, впоследствии они это увидят и поправят, я надеюсь. Да, ну, либо если вы позвоните, они сами это сделают. И третий аспект с атомарностью. То, что мы как раз только что обсудили. То есть,
что мы будем делать, если наша база данных распределенная, да, как нам обеспечить атомарность, если операция затрагивает сразу два узла. Да? То есть до этого мы говорили, что мы работаем на одном узле, но иногда так нам надо работать с двумя узлами. А предположим, у нас есть некий товар, который продается в двух городах. Вы меняете этот товар, меняете его артикл. Да, как вам? То есть, в принципе, атомарность обеспечить очень сложно, да, то есть требуются специальные протоколы, там, достижение согласия между различными членами вашего кластера, да, чтобы они все сказали «да, мы приняли», либо все сказали «да, мы не приняли это». И у вас была возможность повторить. Да, то есть, как бы атомарность, вы либо снимаете это требование атомарности операции, а, предположим, вот в чем проблема Сбербанка, да, я перевожу деньги из Москвы там, в Тамбов. Да, в Москве один сервер стоит, в Тамбове другой. И у них, да, бывают проблемы, когда деньги в Москве списали, в Тамбове они еще не пришли. А бывает и наоборот, когда в Тамбове пришли, в Москве не списались. Да, в банке есть механизмы, которые позволяют это отчистить, проверить, да, и в баланс выровнять, да, но задержки бывают там, до 4-5 часов доходят. В принципе, за 4 часа можно из Москвы до Тамбова доехать. А видите, какая система, да? То есть банк снял требования атомарности, при этом у него в рамках Москвы все работает мгновенно, в рамках Тамбова все работает мгновенно. Да? То есть вот вы должны быть в состоянии принять решение, что вы хотите. То есть, скажем, если вы можете разбить свои данные на некие домены, да, то вы либо обеспечиваете какую-то согласованность в рамках всех данных, но при этом у вас везде работает плохо, ну, хуже. Либо у вас в рамках домена все работает прекрасно, летает, но кросс-доменные операции вам иногда доставляют проблем. То есть это все на усмотрение тех людей, которые пишут базу данных, тех людей, которые проектируют продукт, архитекторов, которые принимают решение о выборе той или иной базы данных. Когда мы поговорили о том, как сложно сделать долгие транзакции, мы можем обсудить, что такое логическая консистентность. Предположим, вы покупаете билет на самолет, причем покупаете его не в авиакомпании, а через как некий, допустим, агрегатор. У нас их есть разные агрегаторы, есть турфирмы и так далее. В процессе этого вы совершаете логически одну операцию. Да, вы выбрали билет, оплатили его, получили билет. У авиакомпании ваше место отобразилось как занято. Логически это одна операция. Но физически операций происходит много. Первая операция. Вы зашли в систему, вас запомнили, что вы вошли в систему, вы залогинены, вам выдали какую-то куку. Да, она где-то там в каком-то хранилище живет. После этого вы выполняете поиск. Да, оператор может захотеть записывать, допустим, историю ваших поисков, чтобы вам предлагать какие-то скидки на рейсы и так далее и тому подобное. Прошла серия транзакций. Да, вы выбрали билет, выбрали дату. Образно говоря, поместили себе это в корзину, нажали кнопочку «Заплатить». Ваш заказ сохранен как неоплачен, но он уже создан. Это еще одна транзакция, маленькая транзакция, которая подошла у оператора. Дальше вы смотрите этот билет, чешете репу, думаете, посмотрю-ка я в другом месте. Смотрите, нет, все вас устраивает. Вы нажимаете кнопочку «Заплатить». При этом вас перебрасывает на платежный шлюз третьей стороны, ну какой-нибудь там. Кредит Европы банк, пусть он представляет там процессинг для этого дела. И совершаете операцию на платежном шлюзе. Там происходит череда транзакций. То есть сначала ваши деньги уходят в платежную систему. После этого платежная система делает свою транзакцию с банком-клиентом, банком, который обслуживает там, нашего авиаперевозчика. Да? Иногда это и может и не получиться сделать, если, допустим, нет связи. Но платежный шлюз с вас списал деньги, создал операцию, и он считает, что он эту операцию завершит. Ну, то есть еще одна маленькая транзакция прошла. Потом вас возвращают обратно и уходит запрос к авиаперевозчику о том, что, либо к провайдеру о том, что билет куплен. Происходит маленькая транзакция у авиаперевозчика, он ставит галочку, что куплен билет на такой-то рейс, на такое-то время. Да, после этого вы видите картинку, что все хорошо, все куплено. В чем различие между физическая консистентность, то есть каждая операция, которую мы выполняли, она маленькая, коротенькая, физически консистентная, целостная, да, то есть нигде ничто у нас не разъехалось. Но теперь представим, что какая-то из этих маленьких операций не прошла. Ну, например, платежной системе не удалось перевести деньги в пользу авиаперевозчика, да, и логически наша операция нарушена. То есть авиаперевозчик видит, что вы билет купили, видит, что вы видите, что у вас деньги списали, платежная система видит, что вы ввели правильные реквизиты своей карты. Но операция целиком не завершена. Перевозчик, деньги зависли у платежной системы, а авиаперевозчик их не получил.
И логическая консистентность у нас оказывается сломана. Но на самом деле это не так плохо. Потому что в противном случае, ну, предположим, у моего перевозчика какие-то проблемы с интернетом, да, с клиент-банком, вы не сможете купить билет. Он вам нужен. А другой удачливый человек купит его, и вам не останется места. Понимаете? То есть здесь мы должны решить ту дилемму, что мы хотим обеспечить. Логическую целостность, либо доступность наших данных, доступность сервиса. Вот, например, есть такой пример Amazon. Это немножечко своеобразный такой как бы рынок. Вот, ну, все знают, там Черная пятница в США, рождественские каникулы, да, когда там их ритейлеры, магазины делают там свою годовую выручку за неделю. И основной посыл, который был у Амазона, что в случае любой аварии, что бы ни произошло, как бы ни сгорели компьютеры, сколько бы компьютеров ни сгорело, клиент, пользователь должен быть в состоянии купить. Набирать свою корзину и оплачивать. Да, то есть человек явно решил свою задачу в пользу доступности, availability. Да, он готов пожертвовать консистентностью, он готов каким-то образом эти проблемы разрешать, да, лишь бы сервис был доступен. На самом деле это очень важно. То есть, представим себе, вы заходите на некому провайдеру, да, который продает те же самые билеты на самолеты. Да, вот у него низкая цена. Он такой молодец, он там добился на скидке, но у него есть беда с интернетом, там, он периодически пропадает. Вы пытаетесь купить, оплатить. У вас, допустим, деньги списались, и покупка не прошла, да, вы не получили своего билета, вы начинаете звонить, разбираться, вам потом деньги это возвращают, но осадочек остается. Справедливо? Вы в следующий раз пойдете в другое место. Поэтому доступность сервиса, она в ряде случаев очень важна. А в ряде случаев вам нужно наоборот, если вы, скажем, делаете денежный перевод, да, на большую сумму, то вам лучше иметь свои деньги на счету, да, ибо чтобы деньги ушли туда. То есть вам лучше сделать покупку чуть позже. Ну, допустим, вы покупаете автомобиль, да, у вас есть. Вы можете прийти сегодня, завтра, послезавтра, вам это не срочно. Не работает банк, значит, приду завтра, куплю. Ну, то есть у вас деньги как бы есть, у вас котлета греет, образно говоря, карман. Вы хотите купить, да. То есть вы день подождете, ничего страшного. Это будет гораздо лучше, чем вы отдадите там миллион рублей и будете месяц потом разбираться. То есть можно посидеть за это время, да, если ваш миллион куда-то потерялся. То есть все упирается в требования бизнеса. Бизнес ставит задачу. То есть, когда бизнес ставил задачи на сохранить консистентность и не было таких задач по созданию огромных систем, просто чудовищных, там, с петабайтами информации, реляционные базы данных занимали все ниши. Да? Как только появились такие задачи, как бы спрос рождает предложение, появились NoSQL, документные базы данных, key value и все прочее. Вот. То есть реляционные базы данных, они никуда не делись, просто они не так развиваются, как это делает NoSQL. Ну, в принципе, также можно сказать, что иногда можно отказаться и от того, и другого, да, от консистентности, от, допустим, availability, для того, чтобы обеспечить максимальную производительность. Ну, такие случаи бывают, да, то есть можно, в принципе, там что-то сфантазировать, когда, допустим, какие-то неважные вещи, там какие-то вы покупаете какую-то мелочевку в интернет-магазине, который расположен рядом с вами, да, люди, продавец, в принципе, может забить на то, что там какие-то, он вам что-то в корзину не доложил или еще что-то, потому что вы придете и можете на месте решить все свои вопросы, да, перед вами извиняться, дадут какой-нибудь подарочек и к всеобщему удовольствию все разойдутся. Да, ему главное, чтобы принять огромный вал заказов, то есть к ним люди идут, и, то есть ему… Если вдруг он может, допустим, отпасть на 2 часа, да, ему это не так страшно, да, то есть он, за 2 часа он потеряет 100 человек, а за 22 часа остальных он обработает там 10 тысяч человек, да, его это устраивает. Такие случаи тоже могут быть, да, то есть мы их не можем от них отказаться. Ну, допустим, in-memory базы данных. Вот, кстати, очень хороший вопрос, момент. Не все in-memory базы данных позволяют вам данные сохранить. Это называется персистентность. Ну, то есть, скажем, вы пишете что-то в базу данных, в которых нет только оперативной памяти, данные не фиксируются, выключается свет, да, данные потеряны. Ну, потому что как бы память у нас не постоянная. Свет включается, база пустая. Ну, простой пример. А хранить сессии. Вы авторизовались на неком сайте, вашу сессию сохранили в памяти некой in-memory базы данных. Да? Что произойдет, если эта in-memory база данных упадет?
Ну, провайдер, тот, кто предоставит вам услугу, потеряет информацию о вашей сессии. Самое страшное, что при этом произойдет, вам потребуется еще раз ввести логин и пароль. Да, так как у нас большинство используют там паспорт-сторы, то, в принципе, даже вы этого можете не заметить. Да, или с куки восстановить вашу сессию он может, или еще откуда-то. И при этом этому человеку нужно давать людям авторизовываться. Если вдруг так произошло, да, допустим, какая-то распродажа, к нему прибежали огромное количество людей, все авторизуются, ему нужно дать их всех авторизовать, ему не нужно там их отбрасывать. Вот этот человек жертвует консистентностью, жертвует доступностью в угоду производительности, в угоду перформансу. То есть видите, как, то есть сколько много вариантов, да, построения баз данных, их обработки данных существует. На самом деле это очень черный лес. Ну вот теперь я думаю, что можно прерваться. Теперь я предлагаю рассмотреть три примера реальных, как решаются вопросы с логической консистентностью. Первый — это то, как это делает CouchDB и IBM Lotus Notes. Кто-нибудь знает, что такое IBM Lotus Notes? Может, слышал? Это достаточно старая система, она была придумана давно, и она разработана для того, чтобы предоставлять пользователям некий общее рабочее окружение на любом компьютере. Это было, в принципе, даже до того, как Microsoft написал свой офис. И это было очень интересно. В принципе, сейчас это решается уже как бы облаками, да, когда многие из нас свои документы размещают в облаке, и документы становятся доступными из любой точки. Да. То есть как бы здесь не возникает проблем с консистентностью, за одним редким исключением. Облако имеет тенденцию падать, вы имеете возможность потерять связь с интернетом, да, так получилось. Да, ваши данные вам недоступны. У IBM Lotus Notes и CouchDB несколько другой подход. У вас есть копия документа на вашей рабочей машине изначально. Да, вы создали свой документ, после этого вы загружаете, загружаете его каким-то образом через Gateway на сервер. После этого вы, допустим, уходите с работы, приходите домой, запускаете домашний компьютер, и документ из сервера загружается к вам. Да, вы его там опять меняете, после того, как его отредактировали, он опять загружается на сервер, вы приходите опять к себе на работу, открываете, видите свои правки, у вас персонализируют эти свои правки, да, и так далее. Теперь предположим ситуацию, когда что-то пошло не так. Ну, например, вы на работе изменили документ, внесли там, добавили параграф и выключили компьютер, не дождавшись, пока он просинхронизирует свои данные с сервером. После этого вы приходите домой, открываете документ, не обратили внимания, набили еще один абзац, другой, просинхронизировали данные на сервер. Да, что у нас получается? То, что на вашей рабочей машине вы имеете одну версию документа, да, на домашней машине и на сервере вы имеете другую копию документа. Да, и что в этом случае делать? Да, если, допустим, у нас документ сложный, да, какой-то там текстовый документ, вы правили какие-то слова, добавляли абзацы, вы не можете взять это просто слить. Система это не может сделать, потому что она рискует потерять данные, рискует их испортить. И она не берет на себя такую ответственность. Что же произойдет? Вы запускаете свой домашний компьютер, и система настолько как-то продвинута, что видит, что версии документов сильно разошлись. И данная система предлагает вам обе версии документа, которые вы сами можете ручками смержить. Кто-нибудь как-то работал с Git-ом? Очень похожая система. Да, у вас разъехались два бранча документа, система это отследила, показывает вам обе версии, показывает между ними различия, да, и вы имеете возможность их смержить, загрузить измененный смерженный документ, поправленный, обратно на сервер, и все у вас стало хорошо после синхронизации. А, то есть как бы система неконсистентна в своих участках, да, но такой механизм позволяет достичь той консистентности, которая более чем достаточно для обычного офисного там, работника. То есть такие случаи происходят крайне редко, если кто-то потратит полчаса на то, чтобы банально там 4 абзаца переставить, да, ну, ничего страшного. Зато он получает очень удобное окружение, ему не нужно это копировать, носить на флешках и так далее и тому подобное. Но и опять надо сказать, что это было тогда, когда никаких облаков еще не было. То есть это там конец 80-х годов, начало 90-х, то есть такие системы уже были тогда. Но в принципе CouchDB жив до сих пор.
и как IBM AltSnode. То есть продукты развиваются, двигаются и так далее. Это первый подход, который позволяет вам за счет локального нарушения консистентности получить доступность. Вы всегда можете работать со своими документами. Да? То есть вы, возможно, не видите какую-то самую последнюю версию, самую последнюю правку, которую вы делали, но в целом вам документы, ваши все данные, они вам доступны. Очень удобно на самом деле. Я, правда, не пробовал, но просто верю людям на слово. А давайте смотреть дальше. Мы говорили об Амазоне, о той парадигме, которую хозяин Амазона, Стив Безос, по-моему, исповедует. О том, что сервис должен быть доступен всегда. У Амазона достаточно интересная структура. Сейчас не знаю, раньше у них было 3 дата-центра, которые размещены достаточно географически отдалены друг от друга на 2 побережьях. И в каждом дата-центре достаточно большое количество машин. Да? В данный момент времени, когда вы работаете, вас обслуживает какая-то одна машина. Допустим, она каким-то образом выбирается, скажем, дата-центр выбирается по географической близости, а в дата-центре вам назначают какую-то машину, которая, менее загружена. На самом деле, по большому счету, это не важно. А вы вносите свои изменения, вы набираете свою корзину. И на этой машине ваши товары, которые вы хотите купить, появляются в вашем аккаунте. На одной машине, да, то есть это происходит максимально быстро, не происходит никаких синхронизаций, ничего, вы не ждете, когда все машины вам ответят. И при этом машина в фоновом режиме начинает распространять ваши изменения на своих соседей. Например, если машина вдруг умрет, да, то копия ваших данных окажется в другом месте, как минимум, да, то есть вы видите небольшой глич там в браузере, да, но в целом работа у вас продолжится. И в принципе утверждается, что в случае, когда машина добавила вашу последнюю правку и при этом не успела никуда разлить, достаточно редки, да, если у вас сломался диск, у вас как минимум данные остались в памяти, и из памяти их можно перелить, да. Если машину выдернули из розетки, то вероятность того, что она попала в короткий интервал времени между репликацией и вашей правкой и репликацией, она настолько низка, что, в принципе, вселенная настолько не существует. Что происходит дальше? Предположим, что вы на машине D1 поместили, машине X купили товар 1, записали, да? Потом перешли в состояние 2, то есть, допустим, второй товар добавили или что-то поменяли. Дальше у вас происходит авария на машине X. И по какому-то алгоритму у вас сначала следующее ваше изменение бросает на машину Y, четвертое на машину Z. Допустим, машина умирает друг за другом. После этого вы закончили свои покупки, вы в браузере видите все, как бы там должно быть. Нажимаете кнопочку Checkout. В этот момент времени наступает время, когда система Амазона обязана верифицировать все данные. Она синхронизирует все-все-все и предлагает вам 2 варианта. Или 3 варианта, сколько она нашла. Да? Она умеет их каким-то образом их суммировать, дополнять. Вы можете увидеть 2 корзины, да, и вы выберете те товары из обоих корзин. То есть вы сами смержите обе корзины, обе версии, там 3 версии, в то, что вы хотите. Да, то есть как бы сервис не нарушен. Даже например, вы можете потерять дата-центр, целиком полностью у вас горит, допустим, какой-нибудь Лос-Анджелес, да, но 2 других дата-центра позволят, во-первых, принять данные, ваш запрос в корзину, да, и по нажатию кнопочки Checkout можно выполнить верификацию, валидацию. В принципе, такие системы называются Eventually Consistent. То есть когда вы некий момент времени, в любой произвольной, да, система может быть неконсистентна. У вас на одном сервере одни покупки, на другом сервере другие покупки, да, и ни та, ни другая, ни тот, ни другой сервер не отображает картину целиком. Но рано или поздно такая система придет в согласованное состояние. А механизм согласования есть разный, да, есть когда там применяется механизм асинхронной репликации, просто данные доедут, да, либо когда их сделает пользователь. Но рано или поздно такая система станет консистентной, eventually consistent. И следует сказать то, что эта consistent относится не ко всей системе целиком, да, а к некому домену данных, с которыми мы работаем. Например, к конкретному покупателю, конкретному человеку. Система стала eventually consistent. Человек доволен, совершил покупку, ритейлер доволен, он получил деньги.
Вот, то есть, вот, к примеру, еще для чего, почему нам не нужна томарность, почему не нужна строго консистентность. То есть явный выбор в пользу доступности. Ну и третий пример, который мы тоже обсуждали. Предположим, что у вас сложный многостадийный процесс. Например, вы на букинге бронируете себе гостиницу. Так? Забронировали, да? Процесс на самом деле сложный. Вы выбираете там город, даты, букинг это все уже запоминает, выбираете гостиницу, букинг в принципе запоминает ваши предпочтения, это все микротранзакции, которые букинг делает у себя. Дальше вы бронируете гостиницу. Букинг подтверждает вам бронь, но не всегда одновременно с этим он, допустим, подтвердил бронь в отеле. Ну, может быть, отель недоступен, может, требуется звонок или еще что-то, да? Но букинг это обязательно постарается сделать и прислать вам потом подтверждение. Но по факту подтверждение вы получите уже после того момента, когда гостиница, когда вы уже считаете, что все закончилось. То есть для вас уже как бы все кончено, вы забронировали гостиницу, вы в полном спокойствии, да? На самом деле где-то там в глубине может идти работа. Что произойдет, если нарушится консистенция? Ну, букинг поимеет репутационный ущерб. Да, как бы вы оплатили, договорились, но на самом деле не срослось. Например, букинг из этого выходит таким образом, то, что вы оплачиваете гостиницу, например, при заезде. Да, то есть вы не рискуете своими деньгами, вас, допустим, могут свободно переселить. То есть вы приезжаете в гостиницу, говорят, что, извините, у нас овербукинг, вас переселяют, допустим, в гостиницу звездой выше. Ну, это, допустим, популярно было там, для египетских курортов одно время. Да, вы приезжаете там, в четверку, вас переселяют в пятерку. Просто потому, что они не рассчитали свои места. Да, никто не в накладе, никто не в обиде. Да, и при этом не требуется суперсложная система по обеспечению консистенции. Но на самом деле процесс на этом не заканчивается. Booking может предложить вам купить авиабилеты у себя. Прям там же, да, в процессе вы забронировали гостиницу, он предлагает авиабилеты из какого-то провайдера. При этом вы можете улететь туда одной авиакомпанией, улететь обратно в другой авиакомпании. Здесь, в принципе, тоже могут случиться разные вещи. Самое страшное — это овербукинг. Но так как авиакомпания уже закладывает какой-то овербукинг в свой бюджет, и в меры, там, которые они компенсируют ущерб для перевозчиков, то данная цепочка, в принципе, оказывается рабочей. И при этом она не накладывает на нашу систему огромные ограничения, там, она просто работает. То есть это тоже доступность в пользу строгой атомарности, строгой консистенции. И как раз вот это то, что делает NoSQL, в частности, возможно, Tarantul, позволяет нам развиваться. Вот. Тут стоит сказать, что некоторые базы данных умеют работать в разных режимах. Да? То есть в том же Mongo, если не ошибаюсь, появились у них транзакции. Да? В Tarantul транзакции тоже есть. Tarantul, допустим, может работать как с persistence, так и нет. Ну, на самом деле, как бы я немножко так попиарил свой продукт. Мы можем много и разное интересное. Я думаю, что если вы пришли на Tarantul Lab, кто-то из вас, возможно, заинтересуется. То, чем мы занимаемся, но я думаю, это будет немножечко попозже. Ну, давайте сделаем такой общий итог. То, что правила игры обработки данных устанавливают бизнес. То есть мы не можем прийти в любой бизнес, сказать, что вот есть офигенная база данных, там DB2, покупай, не ошибешься, или Postgres Professional. Да? На самом деле бизнес говорит, что он хочет, как он хочет и почему он хочет. И бизнес создает ниши для продуктов. А продукты обязаны в эти ниши вписаться, если они хотят получать деньги, ревеню, да, решать какие-то бизнес-проблемы. Если есть супербаза данных, которая не решает ни одной бизнес-проблемы, то она никому не нужна, она умрет, сколько бы в нее денег не вложили. А если, допустим, база данных, пусть где-то она сбойная, глючная, бажная, да, но если она решает реально проблемы для бизнеса, и бизнес готов за нее платить, то данная база данных будет жить, развиваться, у нее будут справляться проблемы, устраняться проблемы и так далее. Ну, вот, например, как Postgres. Так получилось, что, ну, как бы все знают, там санкции в таком духе, да, и благодаря санкциям, допустим, тот же Postgres Professional получил в России огромный толчок, да, они там развиваются, пишут какой-то код, пытаются как-то внедряться, да, если бы этого не было, если эта ниша не создалась бы, такого вот типа российского продукта, да, то Postgres Professional мы бы, скорее всего, не увидели никогда. Ну, в принципе, то же самое, возможно, касается и, вот, кстати, DynamoDB. Я не забыл сказать, это вот как раз то, на чем работает Amazon. Они свою собственную базу написали, да, то есть так получилось, когда создавался Amazon, ничего подходящего для них не было. Они создали свою собственную базу данных, но Amazon просто это такая большая компания, что они могли себе это позволить.
и прекрасно ей пользуются. Ну вот, некая сводная схема, да, модель данных и консистентности. Ну, то есть вот у нас есть база данных, которая атомарная на уровне агрегатов, Redis, Cassandra, то есть Mongo. Ну, то есть, скажем, записать документ — атомарная операция, потому что документ хранится локально на одной машине, ничего страшного там нет. Вот, Eventually Consistent системы. Это вот Lotus Notes там и вот в таком духе. Ну и полностью транзакционная система. Тут графы, база данных, RavenDB, туда же относится Postgres, MySQL, Oracle и все-все-все. Ну, в принципе, Tarantle тоже можно сейчас отнести к транзакционным системам, так как мы их умеем. Вот такая вот сводная немножечко табличка получилась. Давайте дальше. В начале лекции мы с вами вспомнили про CAP-теорему. Напомню, это такая теорема, которая утверждает, что из трех атрибутов consistency, availability и устойчивость к разделению можно получить единовременно только два. Да, пока никто эту теорему отвергнуть не смог. Но это касается именно распределенных систем, когда в вашей системе более чем один участник. А против нее предлагают концепцию Bayes. Это вот то, что предлагает NoSQL. Это доступность какая-то вот умеренная, Bayes, базовая доступность. По-моему, eventually consistency и, ну, в принципе, все то, что, о чем мы говорили. То, что целостность против доступности — это не бинарный выбор. И целостность, и доступность имеют градации, да? И, в принципе, это вопрос именно баланса между того, что, тем, что вы хотите получить, да, и тем, чего вам будет это стоить. Я думаю, что в нашем проекте, да, как бы каждый из вас, кто будет этот проект делать, в какой-то степени будет этот вопрос для себя решать, да, какую систему он хочет сделать, что он хочет обеспечить. Доступность, атомарность и так далее. В принципе, вот такой есть момент. Третий. Что бывает, да, в некоторых транзакционных СУБД. Ну, предположим, что система, скажем, бронирования авиабилетов сделана на реляционной базе данных. Да? И там специально то, что мы обсуждали, не делают длинных транзакций, потому что система будет тормозить. Специально делают короткие транзакции, да, то есть, как казалось бы, система нам может обеспечить абсолютно полную 100% консистентность, да, но люди целенаправленно от этого отказываются. Потому что долгие транзакции это слишком большая цена, которую бизнес готов платить за то, чтобы сервис работал. Вот, то есть даже использование классической, реляционной там, СУБД, которая работает там, в том же Сбербанке, Deutsche Bank, ну, в принципе, они все так работают, да, абсолютно не означает, что у нас будет логическая целостность и логическая атомарность. Потому что логические процессы — это исходит исключительно из требований бизнеса, который база данных обслуживает. То есть база данных, она не существует в вакууме. Ну и то, что касается Amazon и других, то, что вот сама по себе eventually consistence, да, то есть это системы, в которых целостность достигается, консистентность достигается не сразу, а с каким-то там интервалом, лагом, она, в принципе, очень сложны, да, то есть если мы имеем с вами много доменов данных, допустим, много абонентов, много еще что-то, такая система целиком может никогда не прийти в консистенции, да, либо время, может быть, так получится, что невозможно предсказать, да, когда система полностью придет согласованно. Человек звонит каждые 5 минут, да, у него каждые 5 минут у него небольшое отставание есть по биллингу. Ну, такая вот у человека, допустим, работа. И полноценно писать эту систему достаточно сложно, но я думаю, что мы позже к этому вернемся. Ну и третья размерность — это то, как базы данных хранят данные. Казалось бы, это понятие, оно отдалено от пользователя. Ну, казалось, ну, то есть какая мне разница, как база данных хранит данные, да? Я сделал запрос, получил данные, я там сделал другой запрос, записал данные, да? Типа мне должно быть все это фиолетово. На самом деле не так. Если мы будем так относиться к тем базам данных, с которых мы работаем, мы будем работать как минимум неэффективно. Ну, например, наша база данных может годится для поиска данных, да, а мы будем ее забивать записями. Ну, вот, например, если мы говорим о BI, да, Business Intelligence, это система анализа данных. Они не рассчитаны на то, чтобы писать много.
и быстро. Они рассчитаны на то, чтобы принимать огромные объемы информации, где-то их складировать, но потом эти огромные объемы информации быстро индексировать и быстро строить по ним огромные суперсложные запросы, которые затрагивают там, ну скажем, 100 миллионов человек. Да? Или, допустим, система есть OLTP. Это системы онлайн транзакшн процессинг. Это наоборот, и системы, которые должны быстро выполнять транзакции. Максимально быстро. Да? При этом мы в основном делаем записи. Ну, давайте какой бы с вами мы пример рассмотрим. Багаж в аэропорту. Да? Что происходит с вашим багажом? Вы приходите на стойку регистрации, вам клеят бирочку. Дальше ваш багаж едет по лентам. Да, и каким-то образом он должен попасть в брюхо самолета. Из брюха самолета он опять перемещается на ленту, и каким-то образом он должен попасть к вам. Что реально происходит? На ленте стоят большое количество датчиков. Эти датчики анализируют код, который указан на чемодане, да, и направляют его в ту или иную сторону. На самом деле, допустим, в коде может быть, в принципе, запрограммирован маршрут. Да, и по большому счету читать код из базы данных, выискивать там, что это за чемодан, кому он принадлежит, куда он там, образно говоря, какого он веса, нет необходимости, да. Но теперь представим, что если какой-то датчик не успел записать данные, что чемодан едет здесь и прочитать, да, у него лента включится не в ту сторону, и ваш чемодан улетит вместо Лондона в Амстердам. Обидно, неприятно, да. То есть данные системы рассчитаны на то, чтобы данные в них писались, то, что происходит регистрация багажа там. Тут. Да, на самом деле этот трек никому не нужен, да, ровно до тех пор, пока вы свой багаж не начинаете искать. Мы ищем багаж мы достаточно редко, а отправляем его достаточно часто, да. Или, например, третий пример системы. Стена. Стена или лента. Что из себя представляет стена? Вот у нас есть профиль в социальной сети, да, и туда наши разные френды, гости, посетители пишут свои сообщения. Да, там сообщение может быть 10 тысяч. Как вы думаете, как часто люди просматривают стену дальше сотового сообщения? Ну, то есть реально вы видите экран, да, то есть вы зашли на чей-то профиль, видите экран, максимум вы перемотаете одну-две страницы вниз. Правильно? А теперь представим себе, что все 10 тысяч сообщений хранятся в одном месте, одинаково. И вам нужно среди этих 10 тысяч выбрать последний N, да, их отсортировать и показать. Это не очень эффективно на самом деле, а потому что гораздо эффективнее иметь отдельно голову и отдельно большой хвост. То есть голова у вас вмещает 100-200 сообщений, хранится в неком быстром сторидже, да? А хвост хранится где-то медленно на диске. Да? Нашелся какой-нибудь там человек, который с вами только познакомился, стукнул ему во всю вашу стену пролистать, ну пусть и листает, да? У него это займет немножечко больше времени, на самом деле ничего страшного, потому что 100 человек, которые зашли вас поздравить с днем рождения, мгновенно видят 100 сообщений, ну там 2-3 экрана, и у них все прекрасно, их все устраивает. Да? И, например, если вы в качестве сториджа для вот, ленты новостей выберете реляционный СУБД, который все хранит абсолютно одинаково, это будет плохой выбор. Да, понятно почему. То же самое, в принципе, касается авиаперелетов. Да? Авиакомпания ежегодно может перевозить миллионы пассажиров. Но ей не нужно помнить всех прямо сейчас и доставать. Да? Ей нужно помнить тех, которые летят сегодня, завтра, послезавтра. У них есть хвост, есть голова. Да? Они обработали оперативные данные, пассажир пришел, зарегистрировался, сдал багаж, прошел таможню, сел на борт, вышел с самолета, забрал багаж. Да? После этого эти данные можно смело сделать архивными и подвинуть. Поэтому то, как база данных на самом деле хранит данные, очень важно, да, то есть это определяет то, как база будет работать, сколько это будет стоить с точки зрения вашего железа, да, сколько вам нужно памяти, сколько вам нужно диска, сколько вам нужно CPU и так далее. Ну вот несколько примеров. То есть есть in-memory индексы, да. Чем хорошо хранить данные или хотя бы индексы в памяти? Да. Быстрый доступ. Чем плохо? Памяти мало, она дорогая. Да, то есть мы можем иметь компьютер, в нем 32, допустим, возьмем какой-нибудь промышленный сервер, ту же, допустим, Exadata, у нее терабайт оперативной памяти и 10 петабайт дисковой. Да, то есть capacity абсолютно разная. То есть вы можете либо 10 терабайт, там, либо 1 терабайт обработать, либо 10 петабайт. Очевидно, мы хотим 10 петабайт обрабатывать. Вот.
Следующее. Что такое B-деревья? Кто-нибудь знает? Да, кто-то знает. Прекрасно. Это некая структура данных, которая… А что такое бинарные деревья? Все знают, да? А, допустим, AVL-дерево. Сбалансированные деревья. Очень хорошо. Ну, в общем, B-дерево, в общем, бинарное дерево, оно является подмножеством B-дерева. То есть у вас в B-дереве на каждом уровне хранится не одно значение, да, а много. Мы на второй части нашего сегодняшнего занятия как раз-таки B-деревья посмотрим. Вот, допустим, двухуровневое простое B-дерево. Вот оно, кстати, здесь пример нарисован. Очень простое. В реализации достаточно дешево, но не всегда эффективно. Да? Она годится для простых случаев, когда данных относительно немного. И B-деревья очень хорошо хранят данные. Они в принципе созданы, они созданы для того, чтобы хранить каталоги на дисках. Кто знает, допустим, такой iNode? Есть такие. Но это блок данных на диске, который хранит метаинформацию в файле, да, то есть структура каталога и так далее. В таком духе. LSM-деревья. Кто-нибудь знает, что такое LSM-дерево? В общем, смотрите, LSM-дерево — это как раз-таки двухуровневая структура данных, у которой часть данных небольшая хранится в оперативной памяти, свежие данные, которые были внесены недавно, а те данные, которые внесены относительно давно, ну, не помещаются, скажем, в оперативную память, вытесняются на диск. Вот. Это, допустим, как раз вот отличный use case для того, чтобы написать ленту, да, LSM-дерево. А, ну, в принципе, у него на самом деле очень много плюсов, и я думаю, что на следующих лекциях мы их рассмотрим. Ну и фрактальные деревья, и это на самом деле очень большая тема, я думаю, что мы сегодня пока ее не будем затрагивать. Вот небольшая сводная табличка, то есть где какие структуры используются. Вот, просто как бы для интереса, да, то есть вот это уже, конечно, вот LSM-дерево, да, здесь in-memory, вот наш мой Tarantul, SAP-HANA, кто-нибудь знает такой SAP? Ну, это такая огромная интеграционная платформа, да, и с недавних пор они продвигают свою собственную memory базу данных, SAP-HANA, вот. Redis, React, MongoDB и так далее. Так, что-то у нас есть дальше? Ну, это уже… А теперь, пока, когда мы обсудили тот объем вариантов построения баз данных, которые мы знаем, да, мы можем перейти, допустим, обсудить две структуры данных, которые, одну структуру данных B-дерева, которая очень хорошо применяется в практически во всех базах данных, да, и один из алгоритмов. Так, сейчас отойду. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы с того, что… В принципе, даже память нашего компьютера, она неоднородна. Ну, очевидно, все знают, что у нас есть жесткий диск, да, у жесткого диска есть свой кэш, есть теперь флеш-диски, есть оперативная память RAM, да, есть L3, L2, L1. Ну, я думаю, все знают, что такое кэши у процессора, да. При том, что… Что? Регистр процессора. Вот регистр процессора, еще более быстрая память. Но проблема в том, что современные языки программирования, которые сейчас используются, абсолютно это не учитывают. Вы где-нибудь, ну, за исключением, может быть, ключевого слова регистр, да, который просит компилятор C размещать переменные ваши в регистрах. Да? Вы где-нибудь в таком языке видели, допустим, директивы, которые говорят о том, что данные должны лежать в L3, да, или в L2, или еще где-то? Я, например, не видел, да, потому что данные языки программирования, в принципе, имеют в своей основе язык Algol, да, Algol был спроектирован в достаточно лохматом году. Да, и, в принципе, те языки, которые мы сейчас имеем, они наследники. А другие языки там, на уровне Python, в принципе, вообще исключают все, ограничивают сильно вашу свободу по управлению памятью. Да. Сейчас так это модно, это тренд, да, мы используем Python, мы используем JS и так далее. Да, и нас отдаляют от того, что реально физически происходит с нашим компьютером. Если мы пишем какой-то прикладной софт, да, те же веб-странички, на самом деле это не страшно. Но как только мы касаемся системных вещей, да, тех вещей, тех данных, которые обрабатываются по миллиону раз в секунду,
это становится очень важным. А вот представим себе, что мы имеем гигабайтные массивы оперативной памяти, да, и мы хотим его весь просуммировать. Как вы считаете, на что идет большая часть времени? На чтение, абсолютно верно. То есть, казалось бы, нужно сложить миллион чисел, да? Бери, дочитай с памяти, а вот не получается. То есть большая часть работы уйдет на то, чтобы данные получить из памяти к процессору. Процессоры сейчас стали очень-очень быстрыми. Они выполняют там 3 ГГц, 4 ГГц, да, это нормально. Но при этом скорость памяти увеличилась не так сильно, а latency увеличилась еще меньше. А в принципе, казалось бы, бери самую быструю память, да, сделай у процессора гигабайтный регистровый файл, да, и работай с ним, будь счастлив. Но на самом деле так не получается, потому что память очень дорогая. Чем она быстрее, тем она дороже. То есть я помню времена, когда у компьютера было 684 килобайта памяти, да, а сейчас L3 кэш на процессоре 64 мегабайта. Это больше в 100 раз. Это круто на самом деле. В 100 раз. И поэтому получается так, что чем больше наша память, да, тем медленнее к ней доступ. Тем меньше bandwidth, тем меньше latency. Да? И в этой парадигме нам приходится работать. То есть если мы пишем системный софт, который мы хотим, чтобы он работал быстро, мы должны это учитывать. И еще один момент. Если мы посмотрим, как меняется соотношение… То есть раньше у процессоров в принципе кэшей не было. Да? Он работал напрямую с памятью. При этом доступ, допустим, к памяти у процессоров в циклах был очень быстр. То сейчас по факту RAM стала с точки зрения процессора выполнять ту же роль, какую раньше выполнял диск для старых компьютеров. То есть RAM для вычислений медленный, да, то есть мы хотим использовать L3, а в идеале вообще L2 или даже попадать в L1, чтобы как можно меньше фетчить данных из медленного хранилища. И те классические алгоритмы, которые были разработаны там Dijkstra и прочими там товарищами типа Knuth и так далее, да, они это не учитывают. Они написаны для систем той давности. И это касается, в принципе, и SUBD, да, который мы имеем. Тот же, например, Oracle при разворачивании на RAM-дисках, да, казалось бы, должен работать намного быстрее, но нет. Он рассчитан на то, чтобы диск медленный, да, он оптимизирует себя с точки зрения других целевых величин, алгоритмов, да, и Oracle на RAM-диске, да, казалось бы, должен получить там в 2-3 раза как минимум ускорение, не получает его. И эту задачу мы должны решать. Вот, к примеру, современный процессор, ну как современный, это Itanium. Не очень-то он современный, но на самом деле здесь мы можем посмотреть, что вот это все, обведенное зеленым, это кэши. То есть 80% транзисторного бюджета современного процессора, а то и больше, уходит на кэширование, на то, чтобы хранить данные, на то, чтобы как можно реже лазить в медленный сторож. Потому что процессорная часть, именно та, которая выполняет вычисления, она не очень-то меняется. Ну, немножко увеличивается конвейер, там, люди умудряются сделать более качественный branch prediction, да, но все, вся обработка данных упирается в fetch данных, то есть то, как мы данные получаем извне. Вот здесь, в принципе, можно посмотреть, как изменялся транзисторный бюджет, частота, выделяемая мощность и перформанс на гигагерц. То есть транзисторов выросло очень, количество транзисторов растет, вот это логарифмическая шкала, выросло очень сильно, да, большое количество транзисторов. При этом частота, вот она остановилась где-то здесь, там 3 ГГц, 4 ГГц, да, ну, если мы говорим о серверных процессорах, там меньше, потому что больше ядер и больше тепловыделения. Соответственно, ТДП тоже, в принципе, как бы стабилизировалось. Становится больше транзисторов, но техпроцесс становится тоньше, поэтому ТДП, в принципе, стабильно. Ну и производительность процессора, именно вычислительная молотилка, ну это как бы она слабо, она очень сильно зависит, то есть вот идет как с частотой, да, когда мы достигнем насыщения по частоте, в принципе мы насытились по производительности. То есть увеличение транзисторного бюджета не ведет к тому, что увеличивается вычислительная мощность в чистом виде. Ну если мы просто суммируем что-то. Давайте смотреть дальше. А вот здесь мы можем посмотреть,
компьютер 80-го года и современный десктоп. Да, как поменялось? Был 6 ГГц, стало 6 МГц, стало 3 ГГц, да, 500 раз увеличилось. А вот, например, объем памяти, да, был 2 мегабайта, это было потеряно очень круто и много, да. Сейчас вот, пожалуйста, 2 гигабайта, но это современный десктоп, это сильно сказано, то есть лекция немножко устаревшая, как бы табличка чуть-чуть с устаревшими данными, но цифры показательные, да, то есть в 1000 раз. А скорость чтения с памяти, да, было 13 мегабайт в секунду, стало 7 гигабайт в секунду, да, увеличилось в 500 раз на записи, на чтение. А при этом latency изменился в 3 раза. Да, то есть это говорит о том, что есть некая граница, да, ну то есть как можно привести аналогию с трубой, да. Вот у вас есть труба, предположим, из Сибири в Китай, да, она идет 2000 километров, да, и газ по трубе идет со скоростью там километров в час, или там 10 км в час, да, неважно. Вы можете сделать трубу шире, намного шире, да, вы увеличите бэндвидт. То есть вы будете прокачивать в единицу времени гораздо больше газа. Но от момента включения вентиля до момента доставки газа там, до потребителя время практически не изменится. И когда наши сейчас Intel, там, AMD увеличивают транзисторный бюджет, уменьшают техпроцесс, да, они реально увеличивают диаметр трубы, но не скорость прохождения по ней информации. И сейчас, допустим, мы можем получать огромные массивы данных за раз, да, допустим, у нас, скажем, старый винчестер, у него на сантиметр поверхности умещался 1 килобайт. Да, сейчас на сантиметр поверхности может уместиться гигабайт. Да, вы можете считать его за одной транзакцией, одной операцией, но latency практически не поменялась. Как у вас раньше головка позиционировалась на диске, так и сейчас она позиционируется. То же касается и памяти. Особенно мы увидим, что по памяти-то произошла деградация. То есть вот эта табличка повторяется, а теперь посмотрим memory latency не в наносекундах, а в циклах, в тактовых циклах. Да? То есть если раньше процессор получал данные с RAM за полтора, образно говоря, своих цикла, да, то сейчас у него уходит 210 циклов. Да? А с учетом того, что раньше за цикл выполнялось одна операция, да, то сейчас суперскоростные процессоры могут за один цикл выполнить много операций. Мы видим то, что современные процессоры имеют огромнейшие пенальти на каждый запрос к памяти. То есть лучше читать реже, но большими блоками. Да, то есть мы можем считывать по 8 байт из памяти, да, и работать медленно, а можем считывать там по килобайту, да, и работать гораздо быстрее, в разы. Хотя объем информации, который мы перелопатим, будет одинаковый. То есть ничего не. То есть сложность алгоритма одна и та же. Реализация одна и та же, да, но просто мы какие-то байтики там разместили в памяти по-другому, да, и получили стократный прирост. Просто так, да. И современные теории, как бы они не очень это рассматривают, но я думаю, что у нас это входит в нашу программу, мы будем рассматривать такие алгоритмы, такие структуры данных, которые позволяют оптимизировать все операции наши с точки зрения доступа к внешнему хранилищу, к RAM, к диску и так далее. Вот здесь есть сравнение между динамикой, между тем, как изменяется пропускная способность и latency, да. То есть, если, например, пропускная способность процессора с учетом увеличения частоты в 500 раз и упаковка операции в несколько раз увеличилась, допустим, в 2-3 тысячи раз, да, то latency, его скорость реакции изменилась, ну, может быть, в 50 раз, да, то есть огромная разница. То же самое касается памяти, диска и сети. И в принципе сейчас мы пришли к такой парадоксальной ситуации, что сеть намного быстрее дисков стала. Ну, если мы не говорим, допустим, о флеш-дисках, да, то сейчас обычный домашний компьютер имеет 10-гигабитную сеть. Да? Ни один жесткий диск на блинах такого вам не даст, такой производительности. Да? Это на самом деле немножко парадоксально, потому что ситуация поменялась буквально 5-10 лет назад. Когда было точно сюда наоборот, мы могли поставить, качаться фильм там утром, да, чтобы вечером его посмотреть. Да. Сейчас уходит буквально там 20-гигабайтный фильм, уходит, ну, то есть 20-гигабайтный фильм у вас из торрентов качается со скоростью записи вашего жесткого диска. Да, как бы тоже ситуация меняется. И это касается в том числе того, как вы размещаете, вот применительно к нашей дисциплине, того, как вы размещаете данные. Вы можете данные с соседних услуг себе скопировать, чтобы повторить и к ним не обращаться, да? Но оказывается, что гораздо эффективнее данные скачать по сети,
посчитать и забыть их, и скачать потом еще раз, да, чем писать куда-то на диске и хранить где-то у себя локально. Просто потому, что это дешевле. Вот то, о чем я только что сказал. В принципе, у большинства языков, в принципе, у всех языков, которые я знаю, которые, в принципе, рассматривают модель памяти, да, сама модель системы памяти двухуровневая. У нас есть ЦПУ, которая выполняет наши операции, есть просто память оперативная, есть просто диск, на котором мы пишем. Да? И программисты решают свою задачу с учетом исключительно этих трех величин. Прочитал с диска, записал в память, типа быстро. Да? Посчитал в памяти, записал на диск, типа сохранил. А в некоторых языках, ну, например, в том же SQL, в принципе, не рассматривается концепция памяти. Да? Там только вы это выполняете операции и получаете результат. Но стоит заметить, что SQL… Знаешь, что такое SQL? Ну, это язык запросов, в котором вы можете получать данные из баз данных. А в принципе, это язык немножко другого порядка, он как бы не императивный, он декларативный. Ну, то есть, когда вы, допустим, ну, C все знакомы? Да, в C вы прямо говорите компьютеру, как, что ему делать, да, там, возьми число, сложи, подели, умножь, запиши и так далее. В SQL вы говорите не так, в SQL вы говорите в базе данных, я хочу просто получить эти данные оттуда, отсюда и отсюда. А база данных сама решает, как она их будет читать, куда она их будет записывать, где она их будет сохранять, сортировать и так далее. Да? Это, кстати, один из причин успехов реляционных баз данных, что они дали людям SQL, который позволял не задумываться о деталях реализации, да, а просто запрашивать то, что вы хотите. То есть вы говорите, дайте мне выборку там, по таким-то данным, база данных вам зашуршала, что-то сделала. Пошли дальше. Вот как на самом деле приближенная схема современного компьютера, да, какая должна быть модель. У вас есть ЦПУ, причем он не один, как правило, то есть однопроцессорных ядерных систем практически не осталось. У него есть регистры, да, у него есть кэш, причем у него трехуровневый. И при этом L1 он не цельный, он композит, он состоит из кэша инструкций, кэша данных. Да, и у кэша данных есть буфер свой собственный. Кто знает, что такое write-back буфер? Это вот еще одна оптимизация, которая была сделана в процессорах, для того, чтобы минимизировать количество операций доступа к памяти. Ну, то есть представим себе, что вы подряд пишете какие-то данные, потом их переиспользуете, потом пишете еще раз и все, и забываете. Вот ваш процессор хочет записать какую-то ячейку памяти, там, 10. Что он должен для этого сделать, да? Какому-то адресу. То есть, казалось бы, бери, зайди в... Там, пройди через всю систему адресации, дойди до банки памяти, запиши туда десятку, да? Но на самом деле это очень долго, это вот это огромный latency и очень маленькую скорость. Процессор поступает по-другому, он считывает большой блок данных из RAM, записывает его к себе в буфер, и в этом буфере меняет одну цифру. Потом вы меняете следующую цифру, ему уже не нужно идти в память. Следующую операцию он делает уже практически мгновенно. В дальнейшем вы этот буфер каким-то образом меняете и про него забываете. И тогда та логика, которая запрограммирована в процессоре, рано или поздно целиком весь этот блок продвинет обратно в память, в оперативную, в RAM. Тем самым вместо там 200 операций доступа к памяти медленных сделает всего лишь 2. Потому что считать 1 байт из памяти и считать 64 байта из памяти занимает по времени ровно одно и то же время. Просто потому, что так компьютер устроен. И эти аспекты тоже нужно учитывать, если мы хотим писать эффективный код. Не с точки зрения там, академических работ, Athena и так далее, а с точки зрения того, как он будет работать на реальном железе. Да, то есть мы хотим получить результат. Мы можем написать идеально академически верную программу, которая будет тормозить. Да? А человек пойдет и напишет там с квадратичной сложностью. Кто знает такую сложность алгоритма? Сложность алгоритма. О большое от всего, да? То есть, в принципе, может так получиться, то, что алгоритм O от N, да, работать будет медленнее на реальном железе, чем O квадрат от N. Просто потому, что O квадрат будет использовать такие алгоритмы структуры данных, которые лояльны к вот этой структуре. Теперь, что касается RAM, да, казалось бы, ну, RAM и RAM, вот они, банки, воткнуты у нас в материнскую плату, мы и пользуемся. На самом деле доступ из конкретного ядра процессора к конкретной банке может происходить с разным задержкой по времени. Как минимум у вас есть, допустим, 4 канала памяти, да?
У вас бывают системы, на которых память не локальна. Допустим, у вас два процессора, и каждый процессор имеет свои собственные выделенные баночки с памятью, и доступ к локальной банке идет быстрее, чем доступ к удаленной банке, так как он происходит через другой процессор, используя механизмы согласования данных кэшей между процессорами. Да? Это, кстати, тоже мало кто учитывает. Вот у нас есть просто DRAM, да, SDRAM на других нодах, если у нас многопроцессорная система. И третья вещь, которая появилась недавно, технология, как она появилась достаточно, не то чтобы недавно, да, но на консюмерский рынок она, в принципе, только выходит, что-то типа Intel Optane. Никто не слышал? Ну, это, в принципе, Intel придумал свою технологию флеш-дисков, да, постоянной памяти, то есть не сбрасывается, да, которая вставляется в обычный слот DDR и работает как память, да, и позволяет вам, допустим, ставить в один компьютер, набрать в нем, ну, как бы домашний компьютер на последнем процессоре, набрать в нем, скажем, 6 терабайт оперативной памяти. На самом деле очень интересно, да, она чуть медленнее, чем DRAM, но если мы используем хорошие алгоритмы, которые работают блоками, то разница практически незаметна, потому что я это пробовал своими руками. Мне удалось туда к ним получить доступ, в их лабораторию. Ну и диск. Диск у нас тоже бывает разный. Диск есть SSD. Да? Все знают, что такое SSD, это мне надо рассказывать. Он быстрый, тем более сейчас SSD получились, которые вставляются в PCI-Express, да, они дают 2 гигабита в секунду вам на запись и на чтение. Да? Есть старые добрые HDD с принчиками, но причем тоже они разные бывают. Они бывают с у него может быть собственный флеш интегрированный, да, такие как гибридные диски. Бывают сжатые диски со сжатием, без сжатия и так далее. Да, и, в принципе, даже диски отличаются по тем, каким кабелям они подключены. SATA, там, ну, IDE, думаю, уже не найдете, SCSI и так далее. Либо Fiber Channel, здесь тоже почему-то такие, ну, Network, да, то есть сетевые диски. Fiber Channel — это, допустим, когда ваш диск подключается оптическим каналом, и это на самом деле дает очень хорошую скорость, если сами диски, ну, это уже такие технические вещи. Но, в принципе, просто нужно знать о том, что даже HDD, если их правильно соединить между собой, правильно подсоединить, могут дать очень хороший перформанс. Но опять об этом надо, это нельзя исключать из рассмотрения. Ну, вот здесь немножечко продемонстрированы размеры и latency, как, с какой скоростью мы работаем. То есть, если мы видим, что L1 он 64 килобайта, да, то L2 намного больше, но и задержки в нем, ну, в 7 раз выше доступ к L2. Да. DRAM вообще может быть большой, да, но latency, видите, у него насколько больше? В 20 раз. А если сравнивать с instruction cache, то в 100 раз. Ну а про флеш тут, в принципе, это видите, какой latency, то есть 3 миллиона циклов, 15 миллионов циклов. То есть в принципе, здесь мы можем видеть то, что чем больше наше хранилище, тем дороже каждое обращение. То есть у нас стоимость обращения к памяти постоянно состоит из двух вещей. Первое — это константная latency. Второе — это объем данных. То есть две компоненты. Мы должны константную latency сложить с объемом данных, поделенным на bandwidth. Ну, если так, достаточно приблизительно можно сказать. Да? То есть читать мало — вы упираетесь в latency, да, вы прибавляете понемногу объем чтения, а вы все равно читаете со скоростью latency. Если вы, конечно, читаете там гигабайтами и терабайтами с диска, да, то latency вас уже не очень сильно волнует. Просто потому что вторая компонента, которая объем, поделенный на bandwidth, она съедает, там, занимает 99% цены доступа. Ну вот как раз то, что мы говорим от N, да, о большой, от чего-нибудь. В чем мы можем мерить стоимость? Ну, то есть у нас есть некий алгоритм, да, который, ну, что-то делает. А мы можем измерять стоимость в чем? В количестве записи на диск, да, либо в количестве циклов процессора, либо в количестве доступа в память, да, либо в объеме занимаемой памяти. И очень важно правильно выбрать метрику. Предположим, вы берете алгоритм Merge Sort. Мы сейчас начнем, сегодня как раз остановимся. И в качестве метрики выбираете, ну, например, количество сравнений процессора. Операция сравнения, да? А на самом деле бутылочным горлышком нашего алгоритма является диск. Да? И вроде бы мы написали хороший алгоритм с хорошей стоимостью, да, который превосходит все остальные. Но почему-то он тормозит. Просто потому, что мы выбрали неправильную метрику.
А чтобы выбрать правильную метрику, нужно очень хорошо понимать, чем же на самом деле занимается наше железо в то время, когда оно выполняет, делает то, что мы от него хотим. Вот это, кстати, тоже вот эти вещи, они не рассматриваются в классических работах. Ну, просто потому, что железо тогда было намного проще. Не было кэшей, все было прямо, понятно и примитивно, да, и в принципе можно было предсказать все, что угодно, да. А сейчас мы можем просто поменять процессор, да, например, в процессоре меняется планировщик, да, та вещь, которую мы вообще никогда не увидим, да, и мы получим двукратную разницу, да, почему, например, интеллские процессоры до недавнего времени в полтора раза были быстрее, чем процессоры от AMD, с тем же транзисторным бюджетом, с теми же объемами кэшей, да, на одном потоке, просто потому что у Intel были какие-то внутренние фишки, которые позволяют что-то там делать, да, и оценить мы их не можем с вами, просто потому что мы не знаем. Объем информации настолько большой, что человек не может этого рассмотреть, и нам это, в принципе, не надо, да. Нам надо иметь возможность это оценивать. Так. Ну вот как раз стоимость модель диска, да. Вот есть бинарное B-дерево, да, мы сегодня его рассмотрим. И, в принципе, данное B-дерево, стоимость реализации B-дерева рассматривается с той точки зрения, сколько операций чтения записи будет сделано для каждого шага. Это кажется правильной моделью, потому что если мы будем рассматривать объем информации, который мы должны записать, то он, как правило, небольшой, а скорость записи у дисков современных очень высока, тогда как latency, к сожалению, отстает, да. Нас волнует, в первую очередь, именно количество операций, которые мы должны сделать. Не объем данных на диске, да? Не объем количества операций CPU, да? А именно то, сколько раз мы дернем диск. Поехали дальше. Что такое B-дерево? Чем оно отличается от бинарного дерева? Вот смотрите. У нас есть, у B-дерева есть блоки фиксированного размера. Ну, предположим, 2 килобайта. И этот блок заполняется значениями. Ну, допустим, пара ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение. Блок по определению B-дерева, вот у него есть корневой блок, есть блоки нижних уровней. Первое требование, в принципе, корневой, что произойдет, когда мы данные в блоке отсортированы? То есть вы, когда добавляете данные в блок, да, вы должны блок прочитать, вставить туда значение, отсортировать, записать. Да? Блок, при добавлении данных блок бывает переполняется. Как у нас блок фиксированного размера, предположим, что 2 килобайта, предположим, что каждая запись у нас 16 байт, да? Значит, каждый блок может вместить в себя 16 на 16, 8, 16 на 8, 128 значений. Правильно? Правильно, 128 значений, да? Когда вы вставите 128 значение, происходит такая операция, как разделение блока. Мы блок разбиваем на две части. Дальше. Ну вот здесь, да, например, то есть вот у нас, давайте сейчас мы немножко отключимся. Ну, смысл в том, что блок разбивается на две части, обе части переезжают на нижний уровень, а здесь остается один ключ. Дальше верхний блок набивается заново, переполняется, разбивается, входит вниз. А иногда запись попадает, допустим, ну как, то есть записи вставляются так, точно так же, как в обычном бинарном дереве. Вы находите тот блок, куда должны вставить данные, считываете, вставляете, записываете. Когда блок переполняется, вы его делите, создаете два новых блока. Да? А в чем преимущество B-дерева по сравнению с бинарным деревом? У него гораздо более низкая высота. А какова сложность обойти, сложность обхода поиска значения в бинарном дереве? N логарифм 2, то есть логарифм N по основанию 2. Верно? А если мы имеем B-дерево, в котором 128 значений, то логарифм N по основанию 128. То, естественно, гораздо более меньшее значение. Да? И то есть количество операций, которые вы должны будете выполнить, чтобы найти значение, гораздо меньше. Это круто, потому что это дает нам снижение latency, снижение времени. Поехали дальше. Вот как раз-таки вот эта величина, сколько значений у вас записано в узле, называется его ветвистостью. Чем более ветвистое дерево, fan-out, тем меньше у него уровень, и тем оно эффективнее. Но при этом тем больше должен быть размер блока. Да? Ну что такое 512 килобайта для современного диска? Ничего, да, то есть можно сделать.
16 килобайт блок, 32 килобайта, да, ну, сильно больше уже, я думаю, не стоит, потому что у нас возникают накладные расходы как раз-таки на обслуживание каждого конкретного блока, то есть мы должны взять блок целиком, считать, сортировать, записать. Ну, просто потому что блок обязан быть отсортирован. Давайте теперь посмотрим, как мы вставляем значения. Вот предположим, что блок у нас имеет размерность для двух элементов. Да? P-дерево требует, чтобы каждый блок был заполнен не менее чем наполовину. То есть, если, скажем, у нас 4 элемента, то в блоке должно быть 2, 3, 4 элемента. Один уже недопустимо. Да? Если 6, то 4, 5, 3, 4, 5, 6. Для чего это сделано? Представьте себе, что если мы возьмем в B-дерево, будем оставлять кучу пустых блоков. Да? У нас просто будут паразитные блоки, которые, во-первых, занимают место на диске в памяти. А во-вторых, это приводит к тому, что дерево будет расти в высоту. Нам это не нужно. Вот простой способ. Как мы добавляем... Вот у нас есть, я извиняюсь, корневой узел, 2039, в нем мы дополняем соточку. Вот, вот так значения отсортировались. Что происходит? Мы формируем, оставляем в корневом узле значение 39, которое посерединке у нас получилось, и сформируем левое и правое дерево под деревья. 20-100, да? Вот у него уровень вырос. Дальше мы вставляем 101. Что произойдет? 101 попадает 39, уходит сюда, записывается вот сюда, да? Дальше оставляем 102. 102, опять-таки, по правилу обхода B-дерева, попадает вот сюда. Не влезает. Значит, нам нужно этот узел разделить. Поехали дальше. Разделяется он очень просто. 101 уходит наверх, а 100 и 102 формируют два новых узла. Вот так как у нас размерность равна 2, да, то мы вполне себе можем позволить иметь узлы с размерностью с одним элементом пустым, другим заполненным. Это классическое B-дерево. В принципе, в чистом виде оно сейчас нигде не используется, но оно важно для понимания сути, как это все дело работает. Поехали дальше. Более сложный вариант, если мы удаляем узел. Здесь мы имеем дерево, у которого емкость равна 3, если не ошибаюсь. Ну вот, допустим, мы удаляем элемент F. Да? Ну, мы просто удалили отсюда вот этот элементик, DF, ничего не поменял. Все хорошо. Наше дерево по-прежнему выполняет все условия, которые к нему предъявляются. То есть каждая ячейка заполнена не менее чем наполовину. А теперь чуть более сложный вариант. Вот мы удаляем узел, да, который имеет свои ссылки. М-ку удаляем. Да? И тогда мы не можем, то есть смотрите, у нас этого дерева, мы не можем повесить к этому узлу одновременно вот этот листья. Для того, чтобы эту ситуацию разрешить, мы берем элемент отсюда, поднимаем наверх, да? Наше дерево опять становится правильным, то есть GK меньше L, при этом NO больше, чем L, да? Дерево остается консистентным. На самом деле это не единственные способы, которые я сейчас рассказываю, которые мы можем B-дерево балансировать. Способов на самом деле много, эти способы я просто показываю, чтобы вы поняли принцип. И я так понимаю, что к реализации B-дерева не будет выдвигаться никаких требований, кроме того, что ваши B-деревья, которые вы реализуете, должны оставаться целостными. Поехали дальше. Чуть более сложный элемент. Удаляем элемент G, да? Здесь мы не можем ни один из этих узлов поднять наверх, потому что мы сломаем либо этот узел. Поэтому мы их просто объединим. Смержим, да. Абсолютно верно. Ну, в принципе, здесь можно как бы много примеров показывать, да, иногда у нас может быть даже такие действия происходить. То есть все остается на усмотрение реализации. То есть требований к реализации нету, есть только требования к формату дерева, что в нем должно храниться. Поехали дальше. Ну, я думаю, что это, в принципе, можем пропустить. Ну вот про разделение. При вставке, то есть мы сначала, если мы вставляем элемент в переполненный уже узел, мы сначала его разделяем, потом вставляем. Это, вот, это важно. Это вот все те простые правила, да, как бы я думаю, что когда мы начнем писать B-дерево, то мы уже на этом остановимся более подробно. Я думаю, мы это можем пока опустить. А теперь усовершенствование B-дерева. Смотрите, B-дерево у нас имеет уровни, да? На каждом промежуточном уровне у нас хранятся и ключи, и значения в классическом варианте. А это есть небольшая оптимизация, когда в промежуточных узлах значения не хранятся. Все значения хранятся только на самом нижнем уровне. Что это означает? То, что, во-первых, у вас ключ присутствует и в промежуточном уровне, и в листовом уровне.
да, просто потому что вы должны дерево поддерживать, иметь возможность по нему ходить. Да? Но при этом вы можете обойти слева направо последний уровень, да, и все ваши значения будут в нем. Вы, в принципе, можете все элементы, все значения дерева связать между собой простым линейным односвязанным списком и двухсвязанным. Да? То есть вы имеете возможность как найти элемент по ключу, так идти от него в любую сторону, не при этом не возвращаясь на верхние узлы. То есть как бы, вот представим себе, что нам нужно… Вот мы находимся на точке О, да? Как нам найти следующий элемент? Да? Нам придется подниматься вот сюда, брать P, да? После P мы должны идти сюда, пройдем вот эти, потом вернемся обратно, да? Сложно. А если у нас дерево, допустим, 4 имеет вершины, 5 вершин, то нам придется либо стек поиска делать, либо рекурсию, но это плохо. А вот в этом случае мы просто нашли элемент, который нас интересует, и перебираем все элементы до тех пор. То есть это B плюс дерево позволяет нам делать запросы по диапазонам. Например, найди мне все ключи, начиная со 100 и до 1000. Мы спозиторились на 100 и поехали. Это первое, что дает B плюс дерево. Другое, тоже достаточно важное усовершенствование, B-звездочка дерева. Как я говорил, B-дерево требует, чтобы узел был заполнен наполовину, B-звездочка требует, чтобы узел был заполнен на 2/3. Что это нам дает? Узлы заполнены более сильно, значит, мы имеем меньше узлов, дерево имеет меньшую высоту. Это очень хорошо. Но с другой стороны, смотрите, если мы с вами работаем с B-деревом обычным, для того, чтобы сделать его консистентным, мы должны объединить два узла. То есть предположим, что у нас здесь половинка, да? Мы их объединили, поделили, получили один узел, который… Ну, то есть смотрите, у нас в одном узле меньше половины, в другом узле, допустим, ровно половина, да? Мы их объединили, получили один валидный узел. Либо мы можем от одного узла отрезать часть, прирезать к другому, да, и сохранить условие, что половина заполнена. Если мы говорим об звездочке дерева, то мы обязаны объединять левого, то есть сам узел, который мы ребалансируем, его левого, как это называется, левый от него блок и правый от него блок. Да, то есть смотрите, мы имеем 2/3 плюс 2/3 плюс 2/3, получается 4/6, делим пополам, получаем 2/3, формируем два узла. То есть мы из трех узлов формируем два. Чуть-чуть более сложный алгоритм получается. Но само дерево получается более качественным. Просто за счет того, что оно использует меньше пространства, и получается меньше блоков, меньше высоты. Ну вот то, что я про B плюс дерево, нужно было чуть пораньше этот слайдик поставить, то есть его характеристики. В принципе, как минимум в Тарантуле, но я думаю, что в других проектах используется B плюс звездочка дерева. То есть у нас одновременно все значения находятся в листьях, и при этом каждый блок заполнен не менее чем на 2/3. Это очень удобно, как это позволяет делать рейндж-запросы, так это позволяет повысить компактность. Следующий момент. То есть, как правило, мы рассматриваем тот факт, что дерево мы храним на диске. Да? Как мы будем адресовывать наши данные на диске? Как, допустим, можно указать, что данный блок там где-то расположен? Как бы вы это сделали в файле? Ну, наверное, просто можно указать offset, да, то есть то, что указать, что данный блок лежит в файле по такому-то смещению. Правильно? А теперь мы этот блок прочитали из памяти. Как мы будем адресовать в памяти? По поинтеру, по указателю, да? И B-дерево приводит нас к тому, что нам необходимо делать трансляцию из офсетов на диске в адрес в памяти. Вот, в принципе, это ничего такого страшного в этом нет. Это можно делать как какую-то через таблицу трансляции иметь, да, то есть иметь звездочка, там, void отображается в некое число, либо некое число отображается звездочка void, да. А либо делать перетрансляцию просто при чтении записи блока. Вы блок пишете на диск, запомнили адреса, блок считывали, оттранслировали офсеты, в поинтеры пересчитали. Просто вы прислали вот какой-то регион, вы знаете его адрес. Теперь. Что такое read, write и space amplification? Предположим, вы читаете из B-дерева одно значение. Да? У вас блок размером 2 килобайта, вы читаете из него 16 байт. Сколько реально байт вы прочитаете? Ну, например, если, допустим, у нас двухуровневое дерево. Мы должны прочитать с вами корневой элемент с диска, да? 2 килобайта. Промежуточный узел 2 килобайта и узел с данными. То есть для того, чтобы прочитать 16 байт, мы с вами должны считать
6 килобайт данных. Неплохо, да? А для того, чтобы записать, допустим, сколько мы должны записать данных? Если мы запишем опять 16 байт в дерево, да? Чуть-чуть получше. Мы записываем только тот или узел, который мы затронули. Но при этом считать мы должны все равно 6 килобайт, потому что узел мы должны найти. Но мы пока не рассмотрим, что у нас случилась перебалансировка. То есть, видите, как бы, казалось бы, хороший такой алгоритм, да, дает такой read-write amplification. То есть, казалось бы, поэтому это тоже вот касается latency, да, то есть мы, попытка записывать в B-дерево по одному значению, да, приводит нас к тому, что мы просто будем тормозить, мы будем просто писать, да, а если у нас SSD-диск, то мы SSD-диск убьем. Ну, потому что у них есть определенный ресурс на чтение запись, на запись. Ну и третий аспект — space amplification. Вот предположим, что мы в B-дерево записали 1 мегабайт данных, да, наших. Сколько это будет занимать на диске? Ты ведь можешь прикинуть? Если у нас, допустим, B-звездочка дерева, которая заполнена на 2/3. Ну, примерно, как бы просто логически. Ну вот смотрите, если посчитать, что каждый узел заполнен от 2/3 до 1, то примерно можно оценить в 3/4, да? То есть записав там 100 мегабайт, мы с вами запишем 25 мегабайт просто мусора, пустых значений, да? Это мы с вами не учитываем тот объем, который мы потратили на запись промежуточных узлов. Да, но на самом деле будет не такой большой, потому что у нас логарифмически все-таки изменяется объем каждого уровня, да? Но вот, пожалуйста, 25% данных вы записали лишних, да? А если учесть то, что мы дерево постоянно модифицируем, старые блоки удаляем, новые дописываем, да, то в принципе можно оценить, что в полтора раза. В полтора раза мы с вами просто перерасходуем наш дисковый storage. Это space amplification. Это тоже важная характеристика тех структур данных, которые, я надеюсь, мы с вами реализуем. Ну, это некое заключение. PB плюс звездочка дерева, да, то есть оно и более компактно, поиск быстрее, и можно последовательно по нему идти, но чуть сложнее балансировать. Поехали дальше. Кто знает, такое, что такое merge sort? Вот, многие знают, да? Ну, я тогда быстренько расскажу, и на этом мы сегодня закончим. Задача на самом деле простая. То есть, смотрите, если в случае B-дерева мы на диск сразу пишем сортированные данные, да, то есть альтернативный подход, когда мы на диск пишем все подряд, ну, чтобы мы хотим быстро-быстро записали, а потом это все сортируем. Потому что искать по несортированным данным — это пахнет полным перебором. При этом представьте себе, мы записали 1 терабайт данных, да, оперативной памяти у нас 1 гигабайт. Как нам их отсортировать? То есть есть простой алгоритм merge sort, когда вы берете массив, да, делите его на две части, сортируете каждую часть, смерживаете. Да? Чем плюс данного алгоритма? Прям очевидный. По сравнению с какими-нибудь там другими. Нет, нет, если мы просто merge sort в памяти просто сортируем, у нас есть большой массив, да, допустим, в памяти 100 мегабайт. Параллелиц. Прекрасно. При этом мы можем merge sort, то есть рекурсивно применять до тех уровней, когда мы захотим. В принципе, мы можем вписать в L3, да, или в L2 каждый блок, быстро-быстро отсортировать, потом слить. То же самое, что вот товарищ правильно сказал по поводу диска, да, мы можем файл бить на части. Так? Каждую часть мы можем отсортировать независимо и записать. Давайте примерно посчитаем. Если файл у нас 1 терабайт, оперативной памяти у нас 1 гигабайт. Сколько частей нам нужно? Ну, около 1000. Так? В чем здесь бывает проблема? То есть, смотрите, нам нужно одновременно идти по 1000 частей файла, их между собой объединять. Может так получиться, то, что все эти 1000 частей не помещаются опять в оперативную память, да? И на самом деле merge sort становится двухуровневым, трехуровневым. Но на самом деле больше трех практически никогда не бывает, потому что память все-таки сейчас, соотношение памяти и диск сейчас такое, да, что четырехуровневый merge sort никому не требуется. Понятно, почему бывают уровни merge sort? Вот смотрите, у нас есть большой файл, да, размером n. Есть маленькое окошко в памяти размером n, да? И есть некий размер блока, который мы читаем, b. Ну, то есть мы же не будем по одному байту с файла считывать, по 8 байт. Таким образом, у нас получается n поделить на m блоков, и это занимает в памяти столько байт. Очень просто.
Правильно? А теперь представим себе, что это больше, чем m. Вполне себе может быть. Да? И то есть мы так лихо, разбив файлы на кусочки, да, поставив начало каждого кусочка курсор, банально не сможем этот курсор разместить у себя в памяти оперативной. Да? Как мы мержим эти курсоры, это, ну, скажем, это можем использовать кучу, там, ну, разные. На самом деле сейчас мы тоже это рассмотрим маленький момент. Тогда мы сначала возьмем часть блоков, отсортируем, получим большой файл отсортированный. Возьмем вторую часть блоков, получим следующий кусок. Третью часть блоков — третий кусок, да, четвертый кусок. В итоге потом их перемержим между собой. То есть у нас как бы стало меньше сегментов, они влезли в память, там на первую, на вторую, третью итерацию, и все, у нас стало хорошо. Понятно, да, по принципу алгоритма merge sort, кто не знал. А теперь есть третий момент. Каким образом мы будем сортировать маленькая вот оптимизация, да? То есть если у нас размер памяти m, да, то мы можем писать на диск не m, а 2m данных, то есть в два раза ускориться. На самом деле подход очень прост. Кто знает, что такое куча двоичная? Хорошо. Ну, сейчас я тогда прям коротенько расскажу и расскажу, как ее применить здесь кучу. Есть некий достаточно там какого-то размера массив памяти, да? Есть тот блок, куда мы будем писать данные, есть тот блок, откуда мы будем читать данные. Что такое куча? Куча — это такая структура данных, которая позволяет получить минимальный, ну или максимальный элемент за O от единицы. То есть мы наполняем кучу данными, изначально не сортированными, а потом она методом перестановок данных на нужную позицию делает себя отсортированной. Мы точно знаем, что первый элемент является минимальным. Да? Но если мы поменяем знак плюс на минус, мы получим максимальный элемент. Ну, рассматриваем для простоты минимальный. Что мы можем сделать? Мы берем первый элемент, да, и записываем, да. После этого куча перестраивается, берем второй элемент, записываем, третий элемент записываем. То есть это получается, а кучу дополняем данными. То есть мы один элемент забрали, оттуда элемент вставили. Да? Таким образом мы с вами можем записать, ну, в принципе, на самом деле мы не сможем записать сильно много, больше m, да, мы записали с вами блок m данных. Ну, сколько у нас памяти оперативной. Ну, точнее, m это вот здесь. А это просто маленький b1, там, b2. Как мы можем этот алгоритм улучшить? На самом деле очень просто. Вот представим себе нашу кучу. Да? Для простоты расставим сюда чиселки. Ну, просто я сейчас буду давать вам числа, которые мы получаем. Изначально куча заполнена полностью. Да? Мы читали, отсортировали. Мы берем первый элемент и складываем его вот сюда, в буфер записи. Да? После этого куча двигается, ну то есть она пересортировывается, этот элемент становится вакантным. Мы выбираем отсюда новый элемент. Какие у нас возможны два случая? Этот новый элемент больше этого, да? Либо меньше. А мы считаем, что он, ну, как бы либо больше, либо равен, либо меньше, да? Если он больше, то мы можем абсолютно безопасно ставить его в эту кучу обратно. Так? Тогда куча станет снова полностью заполненной. Мы возвращаемся к шагу 1. Берем следующий элемент, пишем на вторую позицию. Так? А теперь предположим, что случилось что-то плохое, да, и мы с вами получили элемент меньше, чем тот, который мы уже записали. Ну, то есть первый элемент мы записали 10, да, второй 12. А третий элемент нам пришел отсюда, опять на вакантную позицию, 8. Мы его можем записать? Не можем. Да? Что мы сделаем? Мы его оставим вот здесь, 8, да? И исключим этот кусочек кучи из рассмотрения. И сортировать будем только вот здесь. Куча настанет на m-1, чуть короче. Дальше берем следующий элемент, вставляем. И отсюда мы элемент вставляем уже вот сюда. В конец и как бы смотрим опять. Он у нас больше, чем то, что последнее записано вот сюда. Да? Нарушает ли он последовательность? Либо он меньше, чем последний элемент. То есть, допустим, 12, 14. Да? Получили мы, например, 13. Мы не можем сюда 13 вернуть. Да? Потому что оно нарушит вот это вот
последовательность. Поэтому выключим, напишем сюда 13, выключим второй элемент. Да? И так до тех пор, пока наша куча вся не вырубится. После этого мы берем вот этот блок, сортируем его, да, в памяти и пишем уже второй фрагмент. То есть вот это, скорее всего, с большой долей вероятности будет гораздо больше m. Ну, это будет где-то 1,5-2m. И при этом мы в памяти уже заимели еще один блок, да, который, в принципе, готов для сортировки и для выгрузки. И с ним мы повторяем алгоритм. Это вот такая оптимизация. То есть это называется replacement sort. Сортировка с заменой. Вот. Вопросы? Я думаю, стоит, может быть, рассказать, как куча работает, но я, к сожалению, думаю, что это будет проще вам посмотреть дома, потому что там достаточно все просто. Это просто такая структура, которая позволяет сортировать данные. То есть вы получаете heap, голову, после выключения с кучи головы вы либо добавляете элемент, либо просто пересортировываете, либо просто берете в качестве нового последний. Куча там, она сама себя обновляет. Вот, я думаю, что всем вполне по силам, там в той же Википедии, посмотрите, как она работает, там буквально 10 предложений. Так, еще вопросы? Ну, тогда я думаю, что на сегодня лекция закончена. Домашнего задания сегодня никакого не будет. Я думаю, что практика у нас начнется, возможно, с понедельника.